прийду, помившись і душа болить, де спокій я знайду. Сльози ночі і день я лю, де спокій я знайду, почуй мене, я жду, не тільки я. Сестри, брати, я ще раз з вами хочу сказати слава Богу, що сьогодні так під відкритим небом цієї осені ми можемо ще бути всі разом, стояти перед Господнім лицем. І я читаю Боже Слово, це третя книга царств, з 19 розділу, такі слова. І встав він, поїв і напився, і підкріпившись тією їжею, ішов 40 днів і 40 ночей до гори Божої Хорива. І війшов він там у печеру, і ночував у ній. І ось було до нього слово Господнє. І сказав йому Господь: «Чому ти тут, Ілія?» Він сказав: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили завіт твій, зруйнували твої жвертовники і пророків твоїх повбивали мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб підняти її». Сестри, брати, до цього чоловіка Божого Ілії був голос Господній. Ілія, чому ти тут? Чому ти тут? Я сьогодні хотів би запитати кожного з вас, чому ти тут? Давайте поставимо питання, сестри, брати, чому ми тут? Ілія казав: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа». Він дивився, як весь Ізраїль відступив від Господа, каже: «Жертовники твої зруйнували, завіт твій відкинули». Пророк.
пророків твоїх повбивали. Він бачив, як народ далеко пішов від Бога, відвернулись від Бога, повернулися спиною. 40 днів і 40 ночей він ішов. І коли ми читаємо раніше, то ми бачимо, як Господь був з Ілією, як Господь дав відповідь через вогонь, і що було з тими пророками Ваалами, які заводили, які обманювали народ, що трапилось, і ось цариця Єлізавель поклялася, щось я те й те зроблю, якщо голова Ілії ще залишиться на ньому. Вона поклялась знищити його. І ось Ілія ішов, прийшов в пустиню, сів під кущем і заплакав. І каже: Господи, забери душу мою, я нічим не краще від батьків моїх сидів, плакав, стомившись, і заснув. І коли він заснув, то він почув, хтось його штовхнув. Як він відкрив очі, побачив ангел, каже: вставай, Ілія, їж і пий, бо ще дорога перед тобою. Сестри, брати, ще перед нами дорога. І сьогодні ми прийшли нічого іншого, як тільки їсти і пити. Багато сьогодні є людей, десь їдуть на Майами, десь на Гаваї відпочивати, десь якийсь саме сезон бархатний на пляжі, але народ Господній іде куди? Возревнував я, о Господі Боге Саваофе. Сестри, брати, чи ви сьогодні ревнуєте? Проте, алілуя! І я хотів би, щоб ми сьогодні пошукали його на цьому місці. А він готовий відповідати. Він не стомився, рука його не стала короткою. Я пам'ятаю, одного проповідника запитали, де саме краще місце. Він навідав 80 країн світу. І він відповів: саме краще місце – це там, де є Господь. Алілуя нашому Богу, брати і сестри, це саме краще місце бути мені Ісуса Христа. Їсти Його хліб і пити ту живу воду, яка відживлює і душу. Їсти той хліб, який відкриває очі, брати і сестри. І тому ми зараз будемо в молитві приходити перед лице Господнє. І я просив би, сестри, брати, ближче підходьте, ну ще хто там ззаді, ближче підходьте. Візьміть, коли в печі навіть дрова розкидаєте, одне поліно там в одному кутку, друге в другому, горить воно чи ні? Для того, щоб ми сьогодні горіли, щоб ми сьогодні могли їсти, сестри, брати, то я прошу, не десь, не заходьте десь далеко, старайтесь ближче до вогню, до жертвенника Господня, щоб їсти і пити. Ілія ревнував про Господа. І коли він шукав Бога, подивіться, вся держава, люди вмирали з голоду, а Бог його годував. І ти, каже, до потока Хорафа, бо я повелів, каже, воронам годувати тебе. І кожний день, рано і ввечері, ворон приносив хліб і м'ясо, а з потока пив. І коли той потік висох, Господь каже: іди в Сарепту Сидонську до вдови, бо я повелів вдові годувати тебе. Брати і сестри, ви знаєте, що це трудно було б, ну, так на наш погляд, якби, подумайте, голод, кругом люди вимирають, а Бог каже: іди, я вдові повелів годувати. Ну що вдові може бути? Вдові нічого не може бути, якби десь до багатого столу, а це до вдовиці, що має вдовиця? Але Ілія знав, Бог пильнує над своїм словом, він вірний, і він дотримується своїх слів. І ось Ілія іде. Коли він приходить, то жінка вийшла з міста, збирає дрова. А він каже: дай мені води. Попросив води. Не наважився казати, що я голодний. І каже: дай води. Вона пішла. І коли пішла, він вслід гукає: і кусок хліба візьми. А вона каже: нема нічого в раби твоєї. Нічого немає. Є пригорщі муки. І оце я назбираю пару полін дров і, каже, зготую з печем з моїм сином і помрем. І ти, каже, зроби так, як ти сказала, бо так, каже Господь, мука в отій каці не вичерпається і масло в кушині не вибудеш. Ілія годувався, і та вдова з сином. Люди кругом вмирали, але там достаток. Чому? Бо там Господь. Алілуя нашому Богу, брати і сестри. І тому зараз ми йдемо в молитві. У Господа завжди є достаток. В нього ніколи нічого не вибуває. Я часто пригадую, коли навіть нас на Україні один, ще в ті після революції, один проповідник проповідував.
ходив, і багато навіть казали, що ти будеш робити. Ти зараз тільки но про Бога свого розказуєш, а прийде зима, і як тільки прийшла осінь, він захворів, зліг в постіль і їсти. Нема нічого. Одного дня жінка приходить, каже, все, чоловіче, воно дивись, трошки муки, і все. Оце останнє з печем, що будемо далі? І він, лежачи, звернувся до Господа, і вся сім'я, діти, жінка, звернулись до Бога. І ось одного дня, недовго пройшло, приходить один чоловік і приніс, каже, пуд муки. Приніс, вони пекли, і аж до самої весни жінка пекла хліб, їли. І одного разу, коли вона пішла набрати муки, їй як відкрились очі, вона за ту торбу приносить, каже, чоловіче, дивися, ну, ми ж цілу зиму пекли, глянь, ну, ще є мука, ми цілу зиму їли хліб. Сестри, брати, Бог і сьогодні в наш час звершує чудеса, бо Він є живий. І тому, схиливши зараз свої голови в молитві, приходимо до Господа, молимося. И возврат напирает великие силы для того, чтобы потушить огонь на жертвеннике, для того, чтобы вести руинивную работу и, как важно, сберечь молитвенное состояние, когда сегодня меняется положение, руйнуются структуры, и люди, которые спящие, стают орудием врага для руинивной силы. О, что сегодня видят очи твои, что ты наблюдаешь, народ мой, кримини Эльфараглавина, ибо приходит день великого избавления, и как нужно приготовиться к переселению, как нужно быть припоясанным и собранным сегодня, как многие люди ищут иных путей, идут разными лазеньками, но я есть путь, истина и жизнь, и как важно пройти всем путем и прийти через Голгофу, ибо если ты не будешь 45-й со мною, не умрет твоя старая природа, как ты можешь выйти в обители неба, и ныне идет великая переплавка в народе, одних ведут через горнило для того, чтобы переплавить и забрать вечность, других шлифуют для труда и припоясываю, ибо шатаются основания под столбами. О, ремелигел тугломен блекнет слава Израиля, как нужно ныне отозваться сердцем твоим, как нужно быть готовым, посылай вот я, ербелиски берег лормена, многих дрожат колени, разводят руками, но я Господь, и нет другого имени под небом, и если ныне горит сердце твое от жертвенника Господня, ты отозвешься, ты скажешь, Господи, возьми в удел и верши свою работу. И так, немалодушествуй, народ, времени осталось очень мало, люди мира сего волнуются, как бурное море, а ты должен быть спокоен, а ты должен сохранить молитву, ибо не кроме регламена у тебя есть некто больше человека, и ряду с переминоглами наряду с твоими проблемами, с твоими переживаниями идет тот, кто могуществен. Я хочу сегодня на месте сием разделить трапезу с тобою, аминь. Я хочу накормить тебя, аминь, ребелиски бедеглормена, и напоить тебя с источника моего. Итак, народ мой, возьми молитвенные слова, ибо сей день для многих будет памятным, ибо он увезет кремени Илфараглормена драгоценное сердце своем, ибо вот идет совет на небе о нынешнем служении, и уже Дух Святой, он пришел на место сие действовать, а воотче приготовь посудину свою, открывай ее, подставляй посудину за посудиною, ибо если она наполнена чем-то человеческим, то ее нужно вытряхнуть, аминь, при свете Слова Божьего, дабы она была наполнена благодатью моею, словом жизни Армина Скелбериглормена, ибо дали пустыня, а пустыня испытает каждого, и так сегодня наполняет и мехи водою. Аминь, аминь. Аллилуйя. Дякуємо тобі,
що сонечко сьогодні зійшло над землею, що милість твоя продовжилась, слава тобі, Ісус, алілуя, Господи, хай сьогодні віє твій святий вітер, алілуя, хай твоя благодать спочине на кожному, говори сьогодні, благослови тих, які будуть сповіщати твоє святе слово, наповнюй сосуди твої святою благодаттю, Господи, ми хочемо чути твій голос, твої дії Духа Святого, щоб твоє ім'я було звеличене і прославлене, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Спустился над всей землей, зло свирепствует яростно. Люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас слово истины, он давно открыл истину. Хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу и светом. Повязай ложи сильной, царство тебе пустошай. Жертвы творим света, эти распада разрывай. Людям на спасителю путь прямой указывай. Осмотри же вокруг себя, и не ждут своего жнеца. Каждый голос ты подними, правде путь укажи. Сколько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу и света. Побеждай ложи сильной, царство тебе опустошай. Жертву твоим смертно, цепи распада разрывай. Людям ко спасителю путь прямой указывай. Последняя впереди, так не будь где-то позади. Не свои руки возьми скорей, сердцем ты не робей. Ты помазана побеждать, не сдаваться, но наступать. Дух Господень ведь на тебе, помни это везде. Божья, ты всегда служи Богу искренно. Побеждай ложь истиной, царство тебе опустошай. Жертвуй ты моим смертно, цепи распада разрывай. Людям ко спасителю путь прямой указывай. Церковь Божья, ты всегда служи Богу и света. Побеждай ложь истиной, царство тебе пустошай. Жертву твоим смертно, цепи распада разрывай. Людям ко спасителю путь прямой указывай.
перше, чим читати і говорити слово Господнє, я скажу, ми з братом Васією не змовлялися, що будемо читати з третьої книги царів, з 19 розділу. Але він дещо прочитав і слово Господнього, я читаю далі. І сказав, вийди і стань на горе пред ліцом Господнім. Алілуя Богу нашому, браття, сестри, я не знаю, як розуміє кожен із нас, але я не раз проповідую, не раз Бог показує мені свою велику милість в той час, коли наша земля, про яку написано, земля шатається, як п'яний, качається, як колібель, ібо беззаконія тяготят на ній, вона вже упаде і не встане, а ми в сьогоднішній день є перед лицем Господнім, щоб більше і крепше утвердитися на тому краєугольному, драгоценному, вибраному Божому основанні. Алілуя Богу нашому! Слово Господнє каже, блажен муж, котрого в серці стезі направлені к тебе, проходя доліною плача, вони відкривають неї істочники. І в сьогоднішній день я б хотів би сказати для нас усіх, може хтось дивиться, я й сам приїхав, так необично, так менше людей, як завжди, але він є тут. Одна із сестер Лазара казала, учитель здесь, і зовет тебя, алілуя йому. І я знаю, що я не помилився, брате, сестро, ми не помилилися, що ми в сьогоднішній день є перед лицем вічного Бога, не помилилася. Ота жінка, в якої нічого не було, тільки осталося два сини, і прийшов взаємодавець і каже, віддай. А вона прийшла до Єлісея і каже, що робити, а що в тебе є? У раби твоєї нема нічого, є тільки трошки масла. І порада Господня, алілуя Богу нашому. І Нейман, він не помилився, здається, кого слухати, пленниця. Зовсім маленька, не написано, скільки років їй було. Але жінка каже, чуєш, оця дитина каже, що аби туди, в Самарію, там є пророк, проказа могла бути знята. І він не помилився, в голос каже, я познав, що нема Бога, як тільки в Ізраїлі, хай його ім'я буде благословене, алілуя Богу нашому. В сьогоднішній день він є тут на цьому місці і бачить кожного із нас. І дивиться не як людина, дивиться як той, слово якого проникає до розділення душі і духа, состави і мозгові, судять намірення і помишлення сердечне, і все обнажено і відкрито перед глазами його. Йому дадим отчет, він до кожної із сіми церквей, в откровенні яка знаю твої діла, і твої знаю, і твої знаю, і твої знаю, але раджу тобі, алілуя Богу нашому. І я б хотів би, браті, сестри, щоб як я прочитав в Слові Господньому, то був голос Господній до Ілії. Вийди і стань на горі перед лицем Господнім. Сьогодні можна стояти перед просвітером, можна стояти перед жінкою, перед чоловіком, перед татом, перед мамою. Але Бог каже, вийди і стань на горі перед лицем Господнім. Він хоче тебе бачити. Написано, не може місто, яке стоїть на вершині гори, сховатися, і запаливши свічку, не ставлять десь, а ставлять на місцевому місці, вона має світити. Вийди і стань ти не перед чоловіком сьогоднішній день, як і переді мною було прочитано, каже, чого ти тут? Ілія, чого ти тут? Ти прийшов перед лице Господнє, був час. Слово Господнє каже, коли Ісаак постарів, очі його вже перестали добре бачити, він кличе Ісава, сина свого, сину мій, вже приходить він на недалеко кінець мій, піди, налови дичі, приготуй їжу, яку любить душа моя, принеси мені, я поїм, і я благословлю тебе. І пішов Ісав. І написано, Ребека чула це все, і каже Якові, я чула, як твій батько казав для брата твого, але ти послухай, що я тобі буду казати, біжи но туди, до стада принеси, приведи мені звідти два маленькі хороші баранчики, я приготую, ти понесеш батькові твоєму, і він благословить тебе. Яків боїться, Яків точиться, мамо, брат мій, він є косматий, а я гладкий, Боже, будь батько пощупає, і я наведу на себе прокляття, а не благословення, роби те, як я тобі казала, піди зроби, біжіть, Яків бере, стада приносить, приготовила жінка, спекла хліб, приготовила їжу, взяла тою кожею ніжний баранчика, обложила руки, обложила шию, написано, взяла багатою одежду сина свого, і Ісава оділа на Якова,
і дає посудину в руки Якова, і Яків іде. Перед батька своїм може тремтить, але йде. Заходить отець мій, хто ти? Я Ісав, первенець твій, которого ти любиш. А що ж так худенько, сину? Бог послав мені на зустріч, так все устроїлося. І підходить, і батько каже, підійдино, я тебе пощупаю. І тремтить серце Якова, а ну дощупається. І батько щупає, каже, руки Ісава, а голос Якова. І починає благословляти, але щось робиться в серці Ісаака. Він каже, підійдино, сину мій, підійдино. Я поцілуй мене. Ні, каже, дай на мені їжі, я буду їсти, точно їсть. Точно така їжа, як я люблю. Але все одно щось не віриться Ісааку. Він каже, підійдино, поцілуй мене. І коли нахилився Яків цілувати, батько почув запах від одежі і каже, запах від одежі сина мого, неначе від поля. І починає благословляти, і благословив. Тільки Яків виходить в одні двері, я собі представляю ту картину, заходить Ісав. Заходить Ісав з приготовленою їжею. Отець мій, хто ти? Я син твій, первенець твій Ісав. А хто же ето? Здригнув Ісаак, а хто же ето? Котрий був прежде тебя. Так можна обманути батька, но сьогодні Бог каже, вийди і стань перед лицом Господнім на цій горе. Я хочу тебе бачити зо всіх сторін. Невеста моя, голубиця моя, раменгота рабіра бетунен. Був час, коли в одної з царів дитина захворіла, але він каже до своєї жінки, ти переодягнися, йди отуда в село. Там є пророк Ахія, він свій час сказав, що я маю бути царем, так виконався. Спитає, що буде про сином нашим. І написано, Ахія вже не міг бачити. Сидів старий, але все бачив. Господь і каже, от іде тебе, жена Єроваама, спросить о сині своєму. Вона прийде тебе переодетая. І написано, як тільки Ахія почув шорох одніг її, каже, бойді, жена Єроваама, зачем було тебе переодіватися? Сьогоднішній день, брате, сестро, друже, дорогий, може ти перший раз на тому зібранні, кажи просто, таков, як і є, во ім'я крові, за нас пролітої на кресті, во ім'я Божої страдає Христос, я прихожу к тебе, таков, як і є, сліпої, бідної, добрані, находя в себе, за верою, зренням і прощенням, Христос, я прихожу к тебе, Він любить, Він прийме, Він не відчине, бо Його Слово справедливе каже, приходящого ко мені, не ізгонів вон, алілуя Богу нашому, алілуя Богу нашому, може ти втомився, може ти і знеміг, і руки віри твої опустилися, я на основанні Слова Божого запевняю в сьогоднішній день, поток Господень полон води, але найди в собі жажду, найди смиріння в своєї душі, підійти низько наклонитися і напитися з того потока, який дає життя. Він 2000 років так тихенько тече із гори Голгофи. І багато утомлених путників землі цієї знайшли мир і спокій, знайшли радість, знайшли життя. В повному розумінні слова життя. Алілуя Богу нашому! День Господній приближається, сіра кричать, сторож, скільки ночі, сторож, скільки ночі, а сторож відповідає, приближається утро, ну і що ніч, якщо ви настоятельно спрашуєте, то обратитесь і приходіть. Алілуя Богу нашому, хай Його святе ім'я буде благословене і прославлене. Він свій час говорить через пророка Ісаю, слушайте дальнє, що зроблю я, і ви ближнє. Познайте могущество моє, устрашились грешники на Сионе, трепет об'яв всіх нечестивих. Хто із вас може жити при огні пожираючим? Хто із вас може жити при вічному пламені? Тот, хто ходить в правді, говорить істину, хто попирає користь від притіснення, хто удержує руки свої від взяток, хто закриває туші, затикає туші свої, щоб не слышать о кровопролитии, хто закриває глаза свої, щоб не видеть зла. Убежище його неприступні скали. Хліб буде дан йому, вода в його не ісякне. Як ми, браття, сестри, я не хочу казати, як ви. Я і ви, як ми, як наше положення. Чи готові ми в сьогоднішній казати, Господи, гради, я чекаю тебе. А буде день Господній, він приближається. Грядет Бог наш, і не в безмолвії.
Поднимо огонь поедающий, и вокруг него сильная бура. Он призывает свыше небо и землю. Соберите ко мне всех святых моих, вступивших в завесу мою при жертве. Небеса провозгласят правду, ибо судья сия есть Бог. И тому то сегодняшний день, и я хотел бы, чтобы каждый из нас на основе Слова Господнего и в Его любові, в Його доброті побачили своє спасіння, побачили своє положення і прославили ім'я вічного, який достоїн слави. Бог говорить до народу свого, поставьте себе путеві знаки, поставьте себе столби, обратите серце своє на путь, на дорогу, по которой ти йшла, дочь Ізраїльова. Да буде ім'я Боже благословене, да буде воно провознесене і прославлене, бо Він достоїн слави Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Есть на небе город, чудный город света, там нужды и болезни, и печали нет, там живут святые. Играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. То город живый, то город святый, и Иерусалим. То город живый, то город святый, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим. Город мой прекрасный, лишь тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь Господь преобразит здесь земной долине, чтоб в душе покой найти, и Иерусалим. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. То город живый, то город святый, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. То город живый, то город святый, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим. То город живый, то город святый, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим. Вы знаете, сердце радуется только от того, что здесь Господь. Аллилуйя. Что желание сердца твоего было прийти на это место. Что ты подчинился голосу Духа Святого и пришел сюда. Не понимая почему, но ты сделал это и решил, пойду и послушаю, пойду и посмотрю, что там говорят и о чем там будут свидетельствовать. Может быть, новое услышу для себя и в жизни моей пройдет перемена. Ты хорошо сделал, что пришел. Ты хорошо сделал, что пришел. Аллилуйя. В 4 книге царств, в 5 главе, есть интересное повествование.
очень интересное для каждого христианина и для каждого, кто еще далек от Бога, но его что-то влечет непонятное чувство. Повествуется в той главе о том военачальнике царя сирийского Неймане. Однажды Господь дал ему успех в жизни его. Он дал ему победу, которая принесла сирийцам славу, почет, уважение. И он был человек уважаемый у царя своего, в доме своем. Все было как раз хорошо для человека. Жизнь красовалась, но был один маленький недостаток. Слово Божье говорит о том, что он был прокаженный. Проказа была на теле его. Вот это сердце его и усугубляло болезнь. Уважение, почет, деньги, слава. Есть свои рабы, есть свои слуги, прислужники, что не сказать, все выполняют. Человек, казалось бы, все имел в жизни своей, но что-то нечто было, где недостаток. И вот однажды, когда отрядом не пошли в землю израильскую, слово Божие повествует нам о том, и взяли в плен какое-то количество людей, и среди была одна девочка, израильтянка, которую он взял в дом свой, что прислуживала его жене. Не понимал Нейман, что происходит в жизни его. Не понимал обычные дни, обычный поход. Обычный поход, можно сказать, за славой, завоевать, победить, унизить кого-то. Он не понимал о том, что же Господь начал над ним свершить свою работу. Аллилуйя! Мы сегодня хорошо можем рассуждать, как оно происходило, зная все повествование того случая в жизни этого человека. Но он не знал, что с ним происходит. И вот однажды девочка, прислуживая своей госпоже, говорит: «О, если бы господин мой пошел в землю израильскую, там есть пророк, который помолился бы за него, и он исцелился бы от своей болезни». Что такого особенного? Маленькая девочка сказала, здесь полно детей. И кто бы себе передал этому маленькому ребенку, что он говорит какие серьезные вещи? Но почему сердце жены Неймана встревожилось? Почему она пошла к мужу своему и сказала: «Слушай, эта девочка говорит очень интересные слова, что в земле израильской есть пророк, который может за тебя помолиться, и ты получишь исцеление». Нейман поверил словам жены. Поверил словам этой маленькой девочки. Большой человек, военачальник, и ты поверил какому-то маленькому человеку, пред тобой еще не значащему, можно сказать, рабе своей, ты поверил. Ну что в сердце его затревожилось, и он собирается идти к своему царю и говорит: «Царь, вот такое мне сказала жена моя», а ей сказала служанка, рабыня, «что в земле израильской есть пророк, я могу исцелиться от этого злого недуга». Наверное, истратил много средств. И пришедший к этому выводу, что болезнь неизлечима. Да, она неизлечима и сегодня. Но благословен Бог, который смотрит на твое сердце. Ты еще не знаешь, но взгляд обращен к тебе сегодня. Как тому Нейману. Нейман получает письмо от царя своего, навьючивает караван подарков, золота, серебра, всего, чтобы он понимал, чтобы отблагодарить того человека, который исцелит его от болезни. И вот он движется в землю израильскую. Приходит царь, отдает это письмо. Царь читает, разрывает на себя одежду: «Да что я, Бог? Воскрешать мертвых». Об этом прослышал муж Божий, человек Божий, Елисей. И он послал и говорит: «Зачем ты разрываешь одежды свои на себе? То есть зачем ты предаешься пред этим человеком неверным? Пришли его ко мне, и да узнают, что в Израиле есть пророк». Аллилуйя! Другие места ему рассказать: «Да узнаешь, что есть живой Бог!» Человек сказал: «Нет!» Дьявол сказал: «Нет, ты погибший! Это его решение было!»
Но Бог говорит, нет, он будет жить. И когда он пришел со своим караваном, со своими слугами, к Елисею, потом останавливается, представьте, такая процессия, большая процессия людей. Елисей хорошо знал, кто это прибыл. Он поставился в слуг Гиезии, иди и скажи ему, пускай 7 раз окунется в Иордане, и проказа оставит его. Аллилуйя! Чуден Бог! Великие дела его! Нейман возмутился! Я должен лезть в эту воду! Что у нас в Дамаске? Рехи хуже? Давайте мы себя строим немножко с положения этого Неймана! Как порой нам Господь предлагает свои условия, чтобы ты пришел, подчинился, и ты получишь то, что нуждается душа и сердце твое. То, что нужно тебе. Ты хочешь исцеления? Да, Господи, хочу. Неман возмущен. Слуги уговаривают его, Господин наш. Ну что он тебе плохого сказал? Да почему он не вышел, не оказал мне почесть? Да почему он не помолился за меня, не возложил руки свои на меня, чтобы я получил исцеление? О, человек, это ты ставишь свои условия, ты ставишь свое понятие, но Бог говорит другое. Пойди и окунись в Иордане 7 раз, и болезнь оставит тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Жив Господь! Уговорили слуги Господин наш, Отец наш, ну давай, никто ж не видит. Не макай же сердцем своим, возмущенный, соглашается, ну если не получится. Он готов был нанести страшное поражение всему Израилю. Но если я буду опозорен, смотри, человек Божий. Представь этого Неймана, что нужно войти в эту вот участок реки, однажды я остался просто, Господи, ну что ж его могло возмутить? Наверное, то место той реки Иордана, может, было самое такое некрасивое, самое, может быть, болотистое, самое, может быть, отвратительно вонючее, и я должен туда влезть? Да никогда! Все же уговаривает его, Господин наш, давай. Ничего, никто не видит. Давай, подчинись. А может, получится. И Неман, представьте, раздевается в эту воду. С мыслью, посмотрим. Окунается 1 раз, 2 раз, 3 раз. Смотрит на свое тело, но не меняется. 4-й, 5-й раз не меняется. 6-й раз не меняется. Оно не получится. Не буду я исцелен. Ну еще 1 раз остался тебе, Неман. Он окунается 7-й раз. И когда, окунувшись в воду, полностью выходит из воды, он видит, что его тело изменилось. Аллилуйя! Представьте радость человека. До этой минуты он не верил в то, что он получит исцеление. Возмущение было в сердце его, негодование. Да вот Бог с него сделал нового человека. Аллилуйя! Как поменялся его внутренний мир, так поменялся его тело, плоть. Он как дитя стал радоваться, потому что Бог дал ему милость свою, о Неман. Если бы ты знал заранее, что Бог допустил прямо по девочке, израильтянке, в дом твой, что он же вел тогда тебя, что ты пришел на место человеку Божьему, и там я дам тебе исцеление. Ты подчинился голосу Божьему. Ты не понимал, что влекло тебя. Но Бог видел, что тебе нужно исцеление. Душе твоей нужна помощь. Аллилуйя. Тебе нужно спасение, Неман. Сегодня ты, может быть, подобен тому Неману. Сегодня ты, может быть, стоишь в том же самом положении. Но Бог тебе предлагает тебе войти в эту воду живую. Войди, не думай о чем, как что будет происходить. Войди в нее. Тебя сегодня зовет Иисус. Тебя сегодня зовет твой Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! И ты получишь то, что даже не думал.
Тот человек хромой, в день апостолов, в 3 главе написано о хромом человеке от рождения матери своей. Он всех хромой у храма, его там приносили. Он не думал о том, что настал тот день, что он получит то, о чем даже и не мечтал. Он даже в мыслях не думал, что будет проходить Петр и Иоанн. Он сел по обычаю свою, обыкновенный день. Его, может быть, рабочий день сидит просить милости. Дайте что-нибудь. Подайте что-нибудь на жизнь мне. Ведь я обижен судьбою. Подайте хлеба. Дайте кому-нибудь пищи. Дайте денег. И вот видят два человека. Он, конечно, старика увидал их, и он уже оценил их. Они простые люди. Может, у них что-нибудь попрошу, и они дадут мне что-нибудь. Но Петр сказал ясно, смотрись в нас. Он смотрит, что же мне дадите? Сегодня ты смотришь, что тебе могут дать люди? Ничего. И он говорит ему очень хорошие слова, имеющие силу. Серебра и золота нет у меня. Но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на заре встань и ходи. И сяжда правую руку его, поднял его. И он стал на ноги свои. Аллилуйя. Сегодня Господь то самое говорит тебе. Хочешь ли быть здоров? Да, Господи. То встань, возьми постель свою и ходи. Аллилуйя. Тебе сегодня говорит, это Господь. Тебе сегодня говорит, Дух Святой. Тебе сегодня обращается небо. А Он дал тебе сегодня погоду. А Он дал тебе свободное место. Чтобы ты сегодня в этом месте не сидел у ворот храма. Но чтобы ты вошел в храм. В храм ты ставишься Господь. И там ты будешь радоваться. Вот там твое место. Вот там ты приведешь, чтобы быть всегда. И там ты будешь получать то, что Господь приготовил для тебя. Аллилуйя! Давайте мы сейчас станем молитвой нашим Богом. Давайте обратимся к Нему. Давайте прославим Его. А если сердце твое побуждается Господом, то поспеши, чтобы принять то, что Он приготовил сегодня для тебя. Аллилуйя! Давайте будем молиться нашему Иисусу. Аминь. Сунду Роману. Аллилуйя. 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 Эм томе на чаду габорагалу. На томе на ченту смолайт. Абба отче. Чебиде кейту рамуре кейту суманут. Al domina cento romanus claudet, vitami da soci le vide grete lamanto gloit. Открывайте сердца ваши, говорит Дух Святой. Подойдите ко мне, каждый ищущий меня. Я утешу сердца ваши. Я дам тебе прощение. Я дам тебе помощь, говорит Господь. Я смотрю сердце твое, Абба, Отче, аллилуйя. И хочу учить и наставлять тебя, говорит Дух Святой, аллилуйя. Ты пришел ко мне, я напитаю тебя. Абба, Отче, Асанна, я укреплю тебя, говорит Господь. И ты пойдешь новым человеком, обновленным, исцеленным и прощенным, говорит Дух Святой, аллилуйя. Поэтому приди ко мне ближе, не бойся, говорит Господь. Я дам тебе помощь, аллилуйя. И ты познаешь милость мою, ты почувствуешь мое прощение и исцеление, аллилуйя, аллилуйя. Абба, Отче, ибо я хочу миловать тебя и благословлять тебя, Абба, Отче, и дать тебе помощь, аллилуйя, аллилуйя, бодрится народ мой, и стой твердо в истине моей, не трудные наступают, а ты стой твердо, Абба, Отче, непоколебимо, Абба, Отче, Санна, ибо я с тобою, говорит Господь, аллилуйя, аминь, Абба, Отче, слава тебе, Спаситель. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь, как и сердце, пришедшее сюда.
Я знаю одно, Господь, что ты привел сюда, Господь, и ты не отпустишь, не накормивши, Господи. Ты накормишь каждого, аллилуйя. Ты на каждом утешение, и каждый почувствует сегодня руку твою, лежащую на его челе, Абба Отче. Ибо ты привел тех, кого хочешь помиловать, аллилуйя. Помилуй, Господи, да будет по слову твоему наш Господь. И за все, Иисус, прими честь, хвалу, благодарение, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Иисусом жить и радостно, радостно, радостно. Він нас веде в завітний край, чудовий край. О, Ісус, Спаситель, ти вічно мій, ти вічно будеш мій найкращий друг. Від смерті відкупив, і словом правди відродив, мене Він відродив. О, Ісус, Спаситель, ти вічно мій, ти вічно будеш мій найкращий друг. Святого Духа Він післав, Він післав, Він післав, і Духом Він мене хрестив, і серце оживив. О, Ісус, Спаситель, ти вічно мій, ти вічно будеш мій найкращий друг. Бога прославляй, 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 за радістю великою і пишною. О, Ісус, Спаситель, ти вічно мій, ти вічно будеш мій найкращий друг. Його всім серцем я люблю, я люблю, я люблю. Життя своє я віддаю, йому я віддаю. О, Ісус, Спаситель, ти вічно мій, ти вічно будеш мій найкращий друг. О, Ісус, Спаситель, ти вічно мій, ти вічно будеш мій найкращий друг, ти вічно будеш мій найкращий друг. Я хочу вместе с вами сказать слава Господу за такую возможность еще раз быть у вас на всем месте, где собран народ Божий во имя Божие. Слава Господу. Я когда ехал сюда, думаю, Господи, я столько много уже рассказывал, столько свидетельств, что, ну, как говорится, нету границ, наверное, славы Божией, чтобы рассказывать о Боге. Действительно, я понимаю апостола Павла, когда он говорил, жизнь для меня Христос. И действительно, я не знаю тех людей, которые действительно молчат и не хотят славить Господа, говорить то, что сделал с ними Господь. А я благодарю. Я помню такой случай, когда я только пришел к Господу, Господь меня, мертвого по грехам и преступлениям, сделал свидетелем своим, очистил, оправдал и послал. Я помню, когда
было такое служение, это среди уголовного братства, знаете, я свидетельствовал среди уголовников, и они мне сказали, хорошо тебе, мамоня, говорит, здесь, в Беларуси, тебя знает преступный мир, а я представляю, если бы ты поехал куда-нибудь к мусульманам, и знаете, дьявол знал, что действительно готовится такая поездка, это был с инвалидами, нужно было ехать в Туркмению, говорит, там бы тебе быстро, говорит, ну, закрыли бы ротку, а то бы перерезали, ну, это пугал дьявол, действительно, Господь всемогущий сказал пророчество, едь и говори, не бойся, я буду с тобой. И когда мы приехали, проповедовали, я действительно вспомнил такой случай, когда я свидетельствовал одному муле, и он говорил, доказывал, что там Магомед, их не бы там, ну, пророк, ну, что действительно Аллаху только должны поклоняться. Я говорю, есть живой Иисус, который действительно видит, слышит и отвечает. Понимаете, им он как бы задал вопрос, я говорю, ты можешь проверить. Им помню, когда группа нас молились за этих мусульман, за крещение Духом Святым. И знаете, и в это время Бог побуждает, говорит, выйди на улицу. Я не понимал, почему, думаю, ну почему идет за молитва, за крещение Духом, а тут выйди на улицу. И когда вышел на улицу, к моему удивлению, это действительно было чудо. Я увидел этого мулу, который закричал, ай, вай, бай, понимаете, когда он увидел, он ужаснулся, потому что, когда он отошел, мы с ним расстались, он подошел к дому этому, где было служение, и сказал, если Иисус есть живой Иса, они говорят, если он живой Бог, то пусть этот, много, который много говорит, пусть он выйдет. Действительно, Бог вывел меня. И я говорю, слава Богу. Понимаете, он понял, что действительно Бог нас не только видит и слышит, но он и отвечает на молитвы. Я благодарю Господа, что он дал такую возможность. Представьте, когда пришел к Господу, мертв по грехам и преступлением, он сделал, вот славу имел человеческую, бандитскую. Действительно, когда я говорил, в этой тюрьме меня знали, и вот Бог сделал обратное, понимаете? Тот дом, я вам рассказываю, который люди обходили, он сделал домом Божьим, там собирается народ Божий, там церковь Христова, слава Богу, и там нету места, где столько, знаете, славы Божьей, там, что люди бегут туда. Я вот недавно было такое служение, один брат тоже с авторитетов, с преступного мира, когда он побывал на служении, и в церкви побывал на служении, то он на тюремном братстве сказали, говорит, я хочу к мамонию домой, потому что там такие служения хорошие, там, говорит, лучше, чем у нас на Торфяной. Но это к сравнению, слава Богу, я радуюсь этому, понимаете. И вот действительно, Бог сделал меня свидетелем. Я думал, буду только свидетельствовать там, в Беларуси. Но нет, Бог употребил и в Туркмении, в России, и сейчас здесь, на Украине. Слава Господу! Действительно, Бог наш живой, и он, и мы его свидетели. Вот часто говорят, кому много прощено, да, действительно, тот больше любит. Я готов везде рассказывать о Боге. Часто порой мне люди говорят, ну сколько ты можешь рассказать, неужели Бог являет такую славу? Я говорю, да, являет. И совсем недавно был такой случай. Вот мы часто уповаем на имена, да, такие громкие, звучные, знаете, которые прославлены. Я не буду называть этого имени, но Бог вот дайте, дал мне. Я думал, знаете, как порой часто мы думаем, вот трудиться для Господа, вот как Нейман, он не знал, правильно, что его ждет впереди, но Бог уже заранее знал. И вот я, когда ездил, я помню, собрал наш Бог группу вот здесь, и приехала, слава Богу, наконец, милиционер, та, которая когда-то меня садила, и она сейчас здесь будет свидетельствовать о славе Божьей тоже. И понимаете, Бог нас собрал, и одно свидетельство, такая женщина крутая, ехали в машине просто случайно, но это был план Божий ко спасению. Она оказалась потом, занималась оккультизмом, понимаете, она читала мысли человеческие, она могла человека знать, его будущее, знаете, и она общалась с сатаной напрямую. И понимаете, это Бог дал такую возможность. Это вроде бы было случайно, я ее подвозил. Она попросила, чтобы мы ее подвезли к Польше. У нее там был бар, знаете, это гостиница, она была управляющей гостиницы, и Бог сделал такую встречу. И когда мы ехали, когда я ей засвидетельствовал о славе Божией, она знала обо мне, как бандита, понимаете. И я говорю, как ты, мамоня, пришел к Богу, когда я засвидетельствовал? Она говорит, да, действительно. И когда я начал молиться Духом Святым, она чуть с машины не выпрыгнула, понимаете. Она была одержима демоническими силами, понимаете, ну Божья сила, тот, который у нас больше того, что в мире, и она стала просить, чтобы мы перестали молиться, потому что, говорит, я, меня что-то такое побуждает выпрыгнуть с машины, и ехал со стороны мой друг, и она рассказала о друге, чем он занимался, она говорит, Миша, это случайно не милиционер, я говорю, да нет, вроде бы, говорит, что сестра, но потом, когда выяснилось, она просто была, считала себя православной, но благодаря этому она пришла к Богу, и она стала служить Господу, это все был план Божий. И знаете, когда я ездил, мне в церкви часто порой говорили, Миша, тебе нужно работу такую, знаете, ну, материальную, так, человеческую, как говорится, по плоти. И я просил Бога, и Бог дал мне работу, дал работу в наркологии. И я благодарю, что это было предопределение. Я много, я хотел Еврогаз, там меня брат начальника, меня туда не взяли. Бог взял, закрыл эту фирму. Куда бы я ни хотел, Бог ставил, как бы, рамки и не пускал. А потом в один прекрасный момент мне предложили в наркологии. Я думаю, я бывший бандит и буду сидеть на какой-то швабре. Знаете, это в преступном мире ни в какие рамки не входит.
Но Бог сказал, иди, я тебя там благословлю. Я понял, что это Божья рука. Я славлю Бога за это. И понимаете, вот я теперь вижу, сколько народу пришло через эту наркологию. Это же как прекрасно, когда ты трудишься не для себя, не для человека, а для Господа, слава Богу. И вот подошел врач мне, я только не успел зайти, мне говорят, тут один человек очень знаменитый, его положили в особую палату. Говорит, Миша, ты удели ему внимание, к нему никого не пускай, это парень наркоман, и он, ну, с такой семьи, ну, знаете, как уже вышепоставленный. Я говорю, хорошо, окружу, говорит, ты удели ему внимание. Я когда пришел к этому человеку, начал с этим парнем говорить, он рассказал, я говорю, расскажи, какие у тебя проблемы. Я говорю, ты, наверное, алкоголик, хотя я уже знал, но я просто проверял. Он говорит, нет, я больше, я наркоман. Понимаешь, я говорю, о, я уже с такими встречался, я сам когда-то был, и начал свидетель. И когда ему рассказал, что со мной сделал Господь, он уцепился за руку. Говорит, я тебя не отпущу, веди меня к своему Богу. Я говорю, я тебя могу завести в реабилитационный центр, где там ребята такие, как ты, получают освобождение. И знаете, тут его пришла мать, а мать же тоже врач рассказал, лаврач, что есть у нас один такой человек, который работает, и это дитя Божие, что действительно он связан с живым Богом. И она, когда увидела, когда заговорила со мной, говорит, я теперь верю, что тебя послал нам Бог. Понимаете, этого парня, она плакала, она говорит, я 4 тысячи долларов отдали за 10 дней, и ничего ему, в клинику какую-то завезли, ничего, никакой помощи. Он вышел, и первое его желание было идти уколоться. Понимаете, я говорю, туда, куда он попадет, Богу живому, Бог даст ему освобождение. И действительно, этого парня завезли, понимаете, я познакомился через этого парня с вышепоставленными такими, знаете, людьми, давай, ой, Иисус, как ты меня знакомишь? Я говорю, слава Богу, понимаете, и им я свидетель же о славе Божьей, что делал Господь и что Он делает. Слава Богу. И когда мы с этой матерью приехали в этот реабилитационный центр, и она увидела этих ребят, увидела служителей, там, которые служат во имя Господня в центре этом, и она увидела их глаза, она сказала, это люди, и отец, и женщина это сказала, эти люди не мира сего. Я говорю, правда вы говорите, это люди Божьи, это люди не от мира сего, это люди Божьи, слава Богу. И она посмотрела на этих ребят, которые получили уже освобождение, которые уже кончали это реабилитация, она увидела, сколько у них огня любви, они пришли с гомоном таким, с весельем, с песнями, понимаете, говорит, я верю, что здесь мой сын получит освобождение, слава Богу, я благодарен Господу, что еще раз могу свидетельствовать здесь о славе Божьей, что действительно слава Божья до небес, слава Господу, будьте благословенны, аминь. Просимо, сестра. Це той міліціонер, який судив його. Слава Господу, братья и сестры. Вы знаете, я была лектором областной организации общества знаний и читала лекции в очень больших аудиториях. Но когда я стою перед народом Божьим, я всегда очень волнуюсь. Я так волнуюсь, потому что я должна свидетельствовать о имени моего Господа, о имени вашего Господа, о том, как Он велик, о том, как велика Его любовь и милость. Меня, человека, который, вы знаете, с детства не знавшая Бога, родившаяся и жившая в семье атеистов, с детства лидер, пионер, комсомол, в 19 лет я вступила в партию. И все, что я знала о Боге, это то, что я учила в институте, научный атеизм, это религия, опиум для народа, и все. И я шла, знаете, по жизни своей так удачливо. Я думала, что это я такая удачливая, а Господь терпел. Господь смотрел и вел меня по этой жизни, и не оставлял меня. И я работала у себя в городе, вот в Брестской области, большой город Барановичи, начальником кабинета профилактики. И я занималась лицами, категории лиц, такие вот, как Михаил, ранее судимые, алкоголики, наркоманы. Я была секретарем городской комиссии по борьбе с пьянством в горосполкоме, то есть правая рука председателя исполкома была. Была секретарем цеховой партийной организации. Имела в своей жизни все, мне не нужен был Бог. Но вы знаете, я благодарю моего Бога, что в одно прекрасное время, во-первых, Господь мне дал мужа, у которого была бабушка-молитвенница, а дед был просвитер церкви. Когда они мне говорили о Боге, я говорила, что я очень грешная, и мне это не надо, я не слушала даже. Но в одно прекрасное время, я всегда говорю, я на ровном месте подвернула себе ногу и порвала ахилловое сухожилие. Я не расстроилась, у меня связи в городе, у меня врачи, у меня знакомства, мне сделают операцию, и все будет хорошо. Да, мне сделали операцию. Я месяц пробыла в гипсу, и когда у меня сняли гипс, у меня разошлись все внутренние и наружные швы.
И уже врачи, и уже мои связи. Мне не помогали, врачи качали головами. Мне уже дали группу, 1 год и 8 месяцев я была в гипсу. Я была прикована, я была изолирована от общества. И вот тогда бабушка, она молилась. Где бы она ни была, в каких церквях, она ставила нужды, как за меня, так и за внука мужа моего. Она молилась, и по ее молитве Господь начал делать дело. И она мне сказала: ну что, помогли тебе твои связи, помогли тебе твои блаты, иди до живого Бога. Иди до живого Бога, потому что Господь, Он силен, если надо, и исцелить. И знаете, а Господь видел мое упорное, гордое сердце и поставил мне такие рамки, что у меня в одну ночь, вы знаете, умер брат и мать. И настолько в миру, представьте, такое горе, такая безвыходность. У меня была сильнейшая гипертония, рабочее давление у меня 120 на 180. Скорая от меня не выезжала из дома. Вот такое состояние, в котором я была. И настолько мне стало тяжело, что я сказала: Господь, тот Бог, которому служит бабушка и дед, если ты есть, откройся мне. И вы знаете, я сделала всего шаг к Богу, он ко мне 10. Он не исцелил меня, вот как Мишу брата, который свидетельствовал вот так ежесекундно. Я делала к нему шаг, он ко мне 10. И постепенно костыли, тросточкой я начинала ходить. Но Господь дальше вел меня. Я должна была увидеть народ Божий, я должна была встретиться с живым Богом. И вот однажды бабушка, она болела уже, это было незадолго до ее перехода, и она позвонила и сказала, что я хочу завести тебя в ту церковь, там, где дети Божьи, там, где народ Божий, ты хочешь посмотреть тоже церковь Божью. И я согласилась, и поскольку мы далеко от нее живем, мы решили так, что у матери, у свекрови, в городе мы встречаемся, она со своего места приезжает, я со своего. Я приехала, позвонила начальнику милиции, нам дали эту милицейскую машину с ней в Мигаловке, и мы едем в село. Простая деревенская хата, там собирались дети Божии, которые молились за меня. Я не знала и не понимала тогда этого. И представляете картину? Те, кто с детства верующий, кто перенес гонение, вроде бы и свобода, и вдруг подъезжает милицейская машина, все встали на стражу, бодрствуют, что это такое, почему милиция приехала. Но когда открылась дверь, и оттуда вышла бабушка, все сказали: слава Богу, мы дожили до того времени, когда нашу сестру Ганну привезла милиция на служение, потому что она немощная, так делает Бог. Слава Господу. И знаете, что меня поразило? Когда я зашла в эту простую вот деревенскую хату, я увидела людей. Я увидела настолько сердечные, искренние глаза, настолько я увидела любовь, я видела много людей. Я видела, как передо мной льстили, я видела, что в глаза мне говорили хорошо, а знала, что за глаза меня и ненавидели. Но здесь настолько было искренне, вот эти люди, некоторых слезы были на глазах. Я поняла сейчас, что они плакали, потому что видели ответ на свою молитву. Та, за которую они молились, и по-человечески это невозможно, что такого человека высоко стоящего, и так, чтобы привести к Богу, по-человечески это, ну, не придумать, как это сделать, а Господь сделал. И слава Господу! Вы знаете, и потом Господь сокрушал мое сердце. Я и в Барановичах у нас в эту большую церковь ходила, но покаяния не было. Я и плакала, но то у меня еще оружие там не сдано держит, дьявол говорил, то еще. То есть у меня было много причин, а покаяния не было. И вот однажды муж, он вперед меня покаялся. Он говорит: давай поедем в это село на свадьбу, брак. И ты посмотришь, как у верующих брак проходит. Мне было интересно. Почему? Потому что, в период антиалкогольной пропаганды, вы помните этот период времени, когда и виноградники повырубили, и вино не разрешали продавать, и водку там вот у нас по талонам везде вот это. Была такая кампания антиалкогольная, и вместе с обществом трезвости, с горосполкомом мы проводили показательные безалкогольные свадьбы. Дом культуры готовил программу, накрывались сладкие столы, но я-то знала, что вот эти сладкие столы были, а под столами было спиртное, и все равно с этих свадеб всех развозили пьяными.
И вот я думаю, поеду я посмотрю и эту свадьбу верующих. Ну как это они там, они пляшут и не пьют? Вот может они тоже под столами где-то там и пьют это спиртное. И вы знаете, я приехала на этот брак, и было так чудно. Пелись псалмы, прославлялся Господь, поздравления молодым. И прошла это так, свадьба прямо как один час. И уже закончилась почти свадьба, я вышла во двор, и тут сестра выбегает, говорит: «Лиля, пойдем, там кается родственница жениха». А оказывается, она была больна болезнью к смерти, и эта церковь взяла за нее молитву. И по молитве церкви Господь исцелил эту душу. И она приехала на этот брак и встала, сказала, что я хочу служить такому Богу, который вот живой и всесильный. И вы знаете, я захожу посмотреть, как кается та душа. И у меня напал такой на меня страх, у меня так сокрушилось сердце. Мне было положено, что если сейчас я не отдам сердце Господу, Он вот-вот придет, и я останусь вне дверей, и я буду неспасенная. И слезы, и вся моя жизнь так показалась мне такой грязной, такой никчемной. Сестры вокруг плачут, церковь вся плачет. Сестры говорят: мы тебя уже и толкнуть хотели, так ты. И я вышла, и отдала сердце своему Господу. И знаете, как бы ни было трудно, я никогда не пожалела, что отдала сердце Господу, что служу Ему. И сейчас тяжело, трудно. Господь и сейчас меня со всех сторон обтесывает. Но я знаю, что мой Бог жив и сделает из меня то, что Он хочет. И самое главное, вы знаете, вот мы ездим с Михаилом, трудимся. И все говорят: конечно, Бог нужен тем, которые пьяницы, наркоманы, вот конченые в этом мире. Вот им нужен Бог. А вот те, кто покруче, те, кто вот там стоит у власти, им не нужен Бог. Но когда я выхожу и говорю, что Бог любит всех и милостив, и мы такие разные люди, стоящие на разных весовых категориях, можно сказать, он внизу общества. Я сама его закрывала в камеру, сама оформляла на него материал в суд, сама его, получается, садила, а теперь мы дети Божьи, он сын, а я дочь Божья. Вместе едем и славим имя Господне. То, конечно, тогда и те, кто великий мира сего, они задумываются, что в самом деле столько лет уже, и она не отошла от Бога, и он не отошел от Бога, значит, что-то есть. И Господь тогда сеет свое семя, и прорастают семена. И те, кто меня ненавидел, вы знаете, меня в городе ненавидели. Вот Мишины друзья первое время, когда он говорил: куда ты идешь? Он говорил, что я иду к сестре Лиле. Те думали, что ему Господь не вернул разума, он рехнулся дальше. Разве можно к этой змее идти? А у меня, вы знаете, в городе, не знаю, еще сохранилось, потому что прошло ж 9 лет, они поставили, мои учетные, поставили мне на кладбище могилу. Там организовывались кооперативы, кооператив «Память» был, помню, и копали они, ну, ямы могильные для покойников. Они насыпали холмик, взяли креста, обточили и написали фамилию, имя, отчество мое, когда родилась, знаю, когда умерла, нет. И вот ходили меня поминать туда, пили на моей могиле. Но, слава Богу, они правильно сделали, потому что я умерла для этого мира. А Господь возродил во мне нового человека. И я благодарю моего Господа. И пусть вас всех тоже благословит Господь. Аминь. Аминь. Слава Богу, брат и сестра. Часи тривог, зневіри та сумніви, не бачу світла в світі, як іде. Душа болить і бореться в сумнівах, спішу, Христе, в молитві до тебе. Щасливий я, що друга в світі маю, щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. І обрастив милає ти смиренний, Ісусе, ти живий в мені сім'ї. Живу я з ним, і в ньому пробуваю.
любили, я від мені всі дні. Туди йду, три голосі я сердечки, ніхто простягне руку на мене. Лиш ти один, любові без коречки, мене простив, прийнявши до себе. Щасливий я, що друга в світі маю, щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. Мені порою тяжко тут буває, здається вже захопиши мене. Тоді в душі слова твої лунають, я не покину, я люблю тебе. Щасливий я, що друга в світі маю, щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. Щасливий я, що друга в світі маю, щасливий я, він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. Що ми маємо такого Господа. І співає псалом, я задав є слова, які написані в Второзаконі, 4 розділі, де Господь каже, чи є ще який народ, до якого був би так близько Господь, як близький Господь до нас, коли ми тільки не покличемо до Нього. Слава Богу! І ми сьогодні є щасливі люди, що ми маємо Господа. Хоча буває і все, хоча буває і трудно, хоча буває і нелегко, випробуваннях, але близький до нас Господь, коли тільки ми не покличемо Його. Я читаю місце писання, яке написано в книзі пророка Єремії. В 15 розділі є написані такі слова. О Господи, ти знаєш все, спомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителям моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругания. Обрети мне слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость, и веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, потяготеющий на мне рукою твоею я сидел одиноко, и вот ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей.
Ви знаєте, сьогодні Господь положив це слово читати в нашому зібранні. Звичайно, сьогодні ми є зібрані, і це досить є приємно і радісно, коли ми чуємо свідчення, як діє Господь, як Господь спасає, як Господь являє милість, тому що Він є живий і Він є діючий наш Господь. Ми такого Господа пізнали, ми такого знаємо, і ми за ним йдемо. Але я хочу сьогодні слово таке є, щоб поділитися ним і разом прийти до молитви. Ми слухали сьогодні за Ілію, Божого чоловіка. І знаєте, я хотів би іменно це слово сьогодні направити до Божих людей. Може, вони до всіх знаходящих зібрані, воно буде до їхнього серця. Але до певних людей є це слово від Господа. До людей, які йдуть за Господом. До людей, які несуть Слово Боже. До людей, яких використовує Господь. До людей, які стремляться, щоб ісполняти волю і заповіді Господні. І сповнити те, що є на серці Божому. І те, що Він ложить в серця народа свого. І знаєте, добре, коли є благодать. Добре, коли ми бачимо діючу руку Божу. Ну, знаєте, проходить час, і приходять будність життя. Приходить боротьба, і приходять випробування. І ополчаються сили тьми. І знаєте, одне і те же саме. Одні і та же самі дні. Я думаю, знаєте, так мало написано про Ілью, що він думав і що він відчував, коли він був там, найдені біля потока, але з ним був Господь, і там давав Господь благодать. Я прочитав це місце писання за Єремію, в якого уста Господь вложив слово своє і поставив його крепкою стіною, поставив його і дав слово, каже, іди і говори, знай, каже, слова твого приймати не будуть, но ти говори, і він говорив. І він говорив. І говорив Слово Боже. Цар не слухав. Князя не слухали. Священники не слухали. Пророки, які були в цей час, говорили поперек того, що говорив Єремія. Але Єремія говорив. Він говорив, його поносили, він говорив. Його унижали, він говорив. З нього сміялися, він говорив. Але одного часу він подивився на це все. І каже, горе мені, мати моя, що ти народила мене. Я нікому не давав під проценти, нікого я не позичав. Але, каже, вся земля стоїть проти мене. І стало важко йому, і стало трудно, він подивився. І каже, скільки я буду нести ось це посміяння. Взяв я, каже, слово Господнє, я з'їв його, воно було мені в радість. А тепер так тяжко, а тепер так трудно, він говорить до народу. І він томився говорити, люди не слухають, люди не міняються, люди не приймають слова. І він бачить, що йде. Він бачить, що йде на Ізраїль. Йому стало боляче за народ. Йому стало боляче за те, що чекає ось цих людей, яке горе їх настигне. Йому боляче. І він томився і каже, горе мені. Тяжко мені, і жалується Господу, і каже, Боже, хіба далі так буде, я йду до Тебе, я приближаюся до Тебе, а хіба Ти будеш до мене далі, ось цим, якби невірним істочником, обманчивою водою, я наближаюся, і ось має бути це джерело, ось маю я наблизитися, і сили мої мають восстановитися. Я наближаюся, це джерело віддаляється від мене, я втомився, я хочу переміни, я хочу, щоб сталося інакше. Господи, чому Ти не обновляєш мене силою? Господи, чому не обновляється помазання Твоє? Чому не приходить близькість Твоя? Я знаю Тебе, істочника живої води. Народ оставив, вони висікають собі водойоми розвиті, але я до них не йду. Я знаю Тебе, Бога живого, я знаю істочник Твоєї води, але чому я наближаюся до Нього?
а він удаляється від мене. Чому я хочу напитися, щоб обновитися, а цей істочник стає все дальше від мене. Господи, скільки так буде? Ну чому так? Чому ось ця вода жива? Вона стає для мене, якби невірна вода. Чому твоє слово сьогодні не має сили в житті моєму? Чому воно не діє в мені? Чому, чому? Ви знаєте, я знаю, що сьогодні на місці цьому є люди, народ Божий, Божі люди, які знають помазання Боже, які знають силу Божу, але ведуть боротьбу і не вистачає сили. І дивляться направо, дивляться наліво, хто би підтримав, хто би дав слово, хто би підкріпив, де би взяти сили, щоб обновитися. І йдуть, і часто жалуються, Господи, трудно, Господи, важко, Господи, і знемагаю. І ось таке переживав Єремія. І ви знаєте, Господь не був безмовний, Господу не був, якби Господу було не однаково, що переживає Єремія, він був його. Це була власність його, його Бог мав ще використати, через нього Бог ще мав звістити. Але Єремія оказався в такому состоянні, що його вже не міг використовувати Господь. Він почав жалуватися, він почав дивитися на себе. Він говорив до Господа, якби відповіді не було, але заговорив Господь. І каже Господь: Єремія, якщо ти обратишся до мене, то я, каже, восстановлю тебе. Я восстановлю, прийде переміна. А що ж це відбувається? А до кого ж говорить Єремія? А хіба він не звертається до Господа? А хіба він не молиться до Господа? А хіба він не жалується до Господа? Але Бог бачив, що Єремія відвернувся на цей час від нього. Він навернувся сам до себе. Йому стало жалко самого себе. Він подивився, як йому трудно, як йому тяжко. Він подивився на цих людей, які відвернулися до Господа. А йому належить сказати слово утіхи, а йому належить говорити про майбутнє, йому належиться проголосити про те, що буде Вавилонський полон, але після Вавилону прийде свобода. Алілуя! Алілуя! Слава Господу! Можливо, сьогодні багато людей переживають розчарування, гасає молитва, люди відвертаються до Господа. Не завжди можна почути правду в собранні народа Божого. Але, браття, сестри, сьогодні нам належить обернутися до Господа. Алілуя! Не на трудності, не на наші немочі, але подивіться на Господа. Каже Господь: Єремія, якщо ти обернешся до мене. Сьогодні є багато людей, говорять молитву, але вони обернені спиною до Господа. Вони жалуються, вони нарікають, вони призивають суди Божі на кого-то. Єремія так казав: Господи, оці люди гонять мене, відомсти їм. А Господь каже: Єремія, обернися до мене, обернися до мене, я восстановлю тебе. Я зроблю, що твої уста, вони будуть як мої уста. Вони будуть говорити те, що я хочу. О, народ Божий, сьогодні є благодать Божа, і сьогодні є сила Божа на те, щоб сьогодні уста твої, вони стали Господніми устами, щоб твоїми устами сьогодні на місці цьому проговорив Дух Святий, щоб сьогодні Дух Божий понеслася молитва до Господа. Писання каже: ми не знаємо, про що молитися і як должно. Але, каже, Дух підкріпляє нас в немощах наших. Алілуя! Слава Господу! Можливо, ти сьогодні стонеш. Можливо, ти сьогодні незадоволений. Можливо, ти сьогодні нарікаєш. Сьогодні Слово Боже, обернися до Господа. Обернися до істочника живої води. Не знаємо, про що молиться, але відкрий внутрішність свою для благодаті Божої, для сили Божої, для Духа Святого. Щоб пішла молитва в Дусі Святому. Він знає, про що молиться. Він знає, що сьогодні потрібно внутрішності твої. Він знає, що чекає тебе вперіді. Він хоче дати сили і дати благословіння. Він хоче дати обновлення. Каже: єсі ти із нічтожного, із нічого ж драгоценне. Ви знаєте, подивіться, а що ми варті сьогодні? Що ми сьогодні є? Але із цього нічтожного,
коли ми обращаємося до Господа і зрікається драгоцени. Алілуя! Слава Господу! Хай благословить Господь! Хай сьогодні молитва віри, вона підніметься до неба, щоб прийшло обновлення і благословіння. Буде молитися. Амінь. Не ті, які сьогодні знемогли, не ті, які втомилися в боротьбі. Ава Отче, ті, які, можливо, сьогодні положені ірі під можжевельним кустом. Господі, хай прийде благодать Твоя, хай прийде сила Твоя. Ці люди, вони сьогодні потрібні в служенні, вони потрібні на послання числа Твоє, на використання Твоє. Алілуя! Щоб бути устами Твоїми, щоб говорити Слово Твоє. Благослови во ім'я Ісуса. Алілуя! Можливо, у когось сьогодні болить во внутрішності, і ця рана, яка отвергає врачування. Господи, подай благодать Твою на восстановлення. Алілуя! 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 Алілуя, Ісус! Алілуя, Дух Святий! Алілуя! Скарабанаутес! Алілуя! Алілуя, слава Ісус! Що перемога Твоя, вона в народі Твоєму! Сила Твоя і благодать Твоя, вона є діюча! Отче, вона є восстановлююча, вона є обновляюча, вона є укріпляюча. Алілуя! Отче! О, слава! Слава! Слава Ісус! Ромене чадес, сіна рамадес, румене гейді мірі карабадайді еусандери мінія, вермена гауди шибер міряус, респлауди чидера балайні. А в очі скарменеєс, рубіди чадес, сапрання міряус, Кремлайчи вирикол дараманайтес. Эсплайни рибирикел мараглойски берегеус. Ибо вот поток мой приближается к каждому сердцу. Эрману лумберейни вестиге берия. Как важно сегодня не разочаровываться, какому берегу причалить. Элгурменчила прейди виском планиус. Ибо планы Божьи для того, чтобы ты отплыл на глубину благодати моей. Лемериглойса прийми вечие духа спарания. Итак, примирись со мною, дай место Духу Святому в сердце. Рекламинекесом придавание вестониес. Итак, не преклоняйся перед идолами мира сего, преклонись передо мною, говорит Господь. Эрманалу превенеглой сампранеус. Ибо я принес пищу в это собрание. Эрманалу генсидо меричанеус. Ибо враг разными препятствиями сегодня ставит барьеры. Но на кимон не кранду чипрейня. Но я готов сегодня перевязать раны твои, накормить душу твою. Лакрумине гонсидо барагалне. И вот обхожу вокруг стана и прохожу по между радио. Эльбири клон зефранидус. Итак, я даю молитву в уста твои. Эльмаралум бренита кассидо барегедес. Молитву веры для того, чтобы ты приблизился. Эльприду валанье. Для того, чтобы ты почувствовал прикосновение руки моей на месте сиян. Руки вастых труги лантес. Ибо руки мои опустились очень низко на место сиян. Ланичи маритуги барагадес. И Дух Святой производит возмущение воды. Руче минату фрейдес. Итак, не жди лучшего времени, входи и укунись в эти волны. Рануки суда барагадес. Ибо работу ведет Дух Святой. Рекламиду кусен два жидус. Ибо сегодня открытая мина для бытыки напился. Иль прантиаус. Итак, праведники, да поднимут очи горам. Эрмады гауды шида барадес. Ищущий имени моего, да отузвутся из долин. Иль правды великала мараус. Ибо приходит день, когда правда восторжествует в народе моем. Эрмана ласен труда бадажия. Когда труд великий будет свершаться. Эстумери глаудес. И я явлю славу свою.
мною, народам и племенам. Эльмрикован сатрайтес. И будут передавать речи из речи. Элпрумина эту сание. И будут доносить до ушей народа. Эркондара кандиго сатрайтес. Ибо пройдут великие чудеса и знамения по местам. Элпройде величал дарамания. А ныне Дух Святой объединяет рабов. Искруминайтес. Припоясывает правдою своею. Лачоберито фалдери бенегелос. Выставляет на поля свои. Иль круминайши брейсов ранес. Ибо будет великая жатва моя. Иль брейши дуге соломанатес. И так сонливость удаляют себя народ мой. Иль приговалы кесен. Ибо хотя сатана выносит приговоры многим душам. Но стенюачи дуге правитес. Но говорю тебе, что стане пополняться новым народом. Иль прумине великол дараманья. Ибо будет великий призыв. Из придуват анилос. И так как важно ныне уповать на милость мою. Эль правили глой сантачие. И так выйди, народ, и стань на долинах моих. Эль привели глави де край де минадес. Зачем тебе томиться на истоптанных пажитях? Эль сантури подаши, Иисус. Ибо я приготовил злачные пажити. Эль крумили клайн де берегатес. И кровь завета у нас вершит великое дело. Или крумили чала мирелес. Ибо пройдет великое врачевание грешников. Стомили чадес. И прекратятся стоны в стонущих сердцах. Аминь, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Роман. Аллилуйя. 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 Господи, ми дякуємо, Боже, що милість Твоя вона обновилася над народом Твоїм. Що сьогодні, Господи, сходи благодать Твоя. Аллилуйя. Що вона є діюча. Аллилуйя. Вона несе в собі життя. Вона несе зцілення. Остановлення. Аллилуйя. 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 Слава Ісус. Слава Ісус. Слава Твій, Дух Святий. За присутність свою. Водительство Твоє, аллилуйя, за утішення Твоє, що ми не є сироти, ми не є оставлені, усьогодні присутність Твоя і життя Твоє, слава Тобі, Господь. Ми просимо благослови надалі зібрання, благослови тих, які будуть ще трудитися, Господи, хай діє Дух Святий, хай подається слово життя. Хай народ твій отримає повне благословіння. Імені Твоєму слава, подяка повіки. Амінь. Простори сині маю собі заведу. Єрусалим, світла моя мета. Єрусалим, Бога побачу там. Єрусалим, місто Христа царя. Чину я, Єрусалим, світла моя мета, Єрусалим, Бога побачу там, Єрусалим, місто Христа царя, Єрусалим. Відпочину я не один дорозі, хоч мене Ісус, і коли я в тривозі, зміцнює він мій дух. Єрусалим, світла моя мета, Єрусалим, побачу там.
царя, Єрусалим, там відпочину я, Єрусалим, світла моя мета. Богу, дорогие братья и сестры, что Господь даровал нам сегодня это время благоприятное, что мы собрались на этом месте, чтобы славить Господа нашего Иисуса Христа. И я благодарю Бога, что Господь сегодня привел и нас сюда, на это место, оттуда из далекой Беларуси, хотя она недалекая, она не так далеко отсюда, но я рад сегодня, что Господь дал и мне это благоприятное время, чтобы сегодня говорить об имени Его Святом. Ибо Он сегодня на этом месте, и прежде чем мы сюда пришли, Господь пришел на это место. Иисус сегодня на этом месте, чтобы сегодня делать свою работу. 6 лет назад, когда я еще был неверующим, мне поставили диагноз. Врачи — хронический алкоголик 4-й степени. То есть это последняя степень, которую можно поставить диагноз. Больше не бывает, ну, больше как бы стадии такой, это самое... Последняя стадия хронического алкоголика. И знаете, хотя мне всего лишь 33 года, но на тот момент я уже был полностью человек, который был зависим от этого алкоголизма. И в то же время мне поставили еще один диагноз, начальная стадия шизофрении. Это, если взять по библейскому термину, это человек, который одержим злыми духами. Я уже на тот момент слышал какие-то шепоты, что-то кто-то со мной разговаривал, но на тот момент я не понимал. Я бегал, искал помощи у людей, у врачей, у кого-либо, но не находил этой помощи, потому что никто мне не мог помочь. Я обращался к врачам, они меня ложили в больницу наркологическую, как сегодня брат Миша рассказывал, что его Бог послал на то место. Я лежал в такой больнице, и туда приходили также верующие, как и наш брат, который там работает, приходили и свидетельствовали об имени Иисуса Христа. Но на тот момент я не хотел слушать, я не выходил даже из своей палаты, чтобы слушать. Говорили, там пришли верующие, но я смеялся над этим, говорил, ну что ж они пришли, я не хочу их слушать. Я не желал слушать, потому что мне не нужен был Бог. Но я знаю, что я нужен был Богу, и Бог хотел спасти мою душу. Я не знал на тот момент, что Бог хочет меня спасти, что хочет призвать меня и еще многих людей. Но я ходил мимо и не хотел приходить, но Бог меня нашел. И когда я уже отличился в больнице, мне предложили подшиться, то есть ввести в кровь такой препарат, который называется антикол. Его ввели мне в кровь, и он практически никакого вреда человеческому организму не наносит. Он находится в крови человека и там вместе с кровью перемещается. Но когда человек, стоит ему хотя бы раз
употребить алкоголь или какой-либо алкоголический напиток или даже медикаменты на спирту, то человек умирает, у него разрушается организм или в организме органы, почки или печени, человек умирает. Я знал таких людей, которые не выживали, то есть практически еле спасали, которые выпивали просто забродившего кваса, всего лишь там может какой-то процент алкоголя, но будучи подшиты, они выпивали этого кваса и их еле спасали, а многих просто и не смогли спасти. И вот в таком состоянии был я, подшился, вышел с больницы, и куда дальше идти? Меня возили в один город Белоруссии, каким-то там бабкам-шептухам говорили, что тебе может что-то поможет, возили колдунам и что только не делали. Знаете, я не хочу сегодня рассказывать об этом, потому что это все делал дьявол. Мне легче не становилось, а становилось еще хуже. Я искал, я опять пришел к врачам после очередного запоя, потому что через полгода после того, как я подшился, я запил. И знаете, я думал, что я умру, потому что я не хотел жить. Моя цель была умереть, мне дьявол вложил в сердце мое, в мой разум, выпей стакан вина и умри. Я так и сделал, но почему-то не умер. 7 дней я пил, может и больше. А потом, когда мне стало плохо, я почувствовал, что умираю. Я начал ползти, практически ползком приполз в больницу и начал проситься, помогите мне кто-нибудь. Пришел заведующий наркологической больницы, говорит, у нас нету мест. Для тебя у нас нету мест. И знаете, я ему-то сказал то, что я отсюда никуда не уйду, я здесь умру, но вы будете отвечать за меня. Через несколько часов меня положили, и там меня в больнице начало парализовывать. Это в городе Пинске, наркологической больнице. Трижды они меня приводили из бесчувственного состояния. То есть три раза меня парализовывало. Они выводили меня из этого состояния, но не могли. Но я знаю, что на тот момент там, где был я, в той больнице, там был Иисус. Он был там рядом со мной. Я сегодня знаю точно, я верю сегодня, говорю вам, дорогие друзья, что Иисус сегодня на этом месте. Может, здесь кто-то есть, который нуждается во спасении, нуждается в исцелении, освобождении, то Иисус пришел на это место как врач, чтобы помочь больным. Иисус не изменился, как написано в Слове Божьем. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда я второй раз уже лежал в больнице, и мне сказали, что в лучшем случае твой дом будет психиатрическая больница, а в худшем случае, если ты запьешь, а в худшем случае это будет городское кладбище города Пинска. И знаете, с таким состоянием вышел с больницы, куда дальше идти? Знаете, однажды спросили у Иисуса, куда идти дальше? И с таким вопросом и я вышел из больницы, куда мне идти? Куда идти? Куда направить свой взор? Куда направить свои стопы? Кто мне поможет? Никто не помог. У меня отец работал 27 лет в милиции, в органах МВД и именно работал в вытрезвителе. Смотрите, какая вроде бы случайность, но случайности не бывает. Отец милиционер, а сын алкоголик. И он мне говорил, я тебя убью, я тебя породил, я тебя убью. Ты позоришь меня, ты опозорил меня на весь город. Так говорил мой отец, мой папа. Я ничего не мог сделать. Я ему говорил, папа, я не могу, помогите мне кто-нибудь. Да что ты, можно пить, а можно не пить. Да как это так? Он не понимал этого, хотя сам видел, как люди погибают, как люди умирают. И сам был зависим, и до сих пор он зависимый от этого духа алкоголя, потому что выпивает. Но я знаю, что Бог силен сегодня делать и с моим отцом, и с моей матерью, с моей родней то, что он сделал со мной. И он делает это, я вижу это каждый день. И вот когда, уже будучи в таком состоянии, я ходил по улицам города, я искал, знал, что еще раз запью, все, мне смерть. Но где найти то спасение, где найти то, что поможет мне? И знаете, когда-то перед этим, за много лет, я встретил одного верующего, он был моим одноклассником, мы учились вместе с ним в школе, и я знал его просто как спортсмена, как человека, который занимается спортом, как друга, как еще кого-то, но я не знал его как верующего, хотя мне уже до того сказали, что это человек верующий. И вот однажды я шел на работу, шел с ранним утром, уже шел с бутылкой водки, чтобы сам похмелиться, похмелить еще кого-нибудь там, друзей своих, и они ждали меня, а этот человек стоял на моей дороге. Давайте мы спорим, помню, как написано в Слове Божьем, когда Бог и Дух Святой послал Филиппа на ту дорогу, которая была пустына, для того, чтобы он сделал дело Божие. Он не знал, почему он туда шел, но Бог его послал. Вот так и этого человека Бог поставил на том месте, чтобы он стоял. Он не знал, для чего он там стоял, и я не знал, что я встречу его. И вот этот человек стоит, а я иду. И он увидел меня, подошел ко мне и сказал 3 слова, которые я запомнил на всю свою жизнь. Он сказал такие слова: «Тебя любит Иисус».
Иисус. Он мне говорил еще много слов, но я их не запоминал, потому что на тот момент я не хотел слушать, но эти слова, они запали глубоко в мое сердце. Тебя любит Иисус. Сегодня для тебя звучат эти слова. Тебя любит Иисус. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, кто находится на этом месте, сегодня Иисус говорит тебе: я тебя люблю. Иисус не изменился, его любовь не изменилась, он тот же. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. И вот когда прошло уже много лет, и уже я пристал при таким состоянием, что вот, знаете, все, смерть, никто не может помочь. И обратно шел по той же дороге, рано утром, шел на работу, и обратно у меня было за поясом бутылка водки. И опять были такие мысли: ну что, врачи сказали, в лучшем случае психиатрическая больница, в худшем случае городское кладбище. Я готов был на это, потому что мне не хотелось жить. Враг вложил в мое сердце умереть, то есть сделать с собой что-то плохое. И вот я иду по этой дороге, и вдруг смотрю, стоит тот же самый человек уже второй раз в моей жизни. Знаете, Бог дал еще один шанс. Он еще раз поставил этого человека на то место, хотя он уже стоял спиной ко мне. Не стоял лицом, он не видел меня, а я проходил мимо него. И вдруг я услышал в сердце своем тот голос, который когда-то прозвучил для меня: тебя любит Иисус. Он сказал мне: подойди к нему и спроси, где его церковь. Знаете, я испугался, думаю, ну что, кто там говорит, мне надо идти туда. А другой голос мне шептал: не иди, тебя там ждут друзья, иди выпей и умри. Но вот этот нежный голос Иисуса звучал в моем сердце: подойди к нему. И я пошел к этому человеку, пошел, постучал ему по плечу и говорю: Витя, где твоя церковь, покажи мне. Он склонился над землей, взял палочку и начал рисовать. Потом, когда я читал Слово Божие, я вспоминал тот момент, когда к Иисусу привели блудницу, привели, чтобы побить камнями. И говорили: учитель, что ты скажешь? Они знали, что ее по закону надо побить камнями, но не хотели уловить его в чем-либо, в слове. Хотели что-то к осуждению и говорили: ну что ты скажешь? А он восклонил голову, он писал перстом на песке, восклонил голову и говорит: кто из вас без греха? Первый бросил в него камень, и вот этот человек рисовал так же на песке, как когда-то Иисус Христос, которому привели эту блудницу. И тогда они все бросили камни, обличаемые совестью, и отошли, а по одному начали уходить, и никого не осталось. И он нарисовал мне этот чертеж, и я увидел, что это место, где находится эта церковь, она всего лишь в 5 минутах хождения от моего дома. 28 лет я прожил и не знал, что в 5 минутах от моего дома есть тот дом, где я нашел спасение, где я нашел освобождение, где я нашел своего Иисуса. Не я его нашел, но он меня нашел там, на том месте. Он сегодня и на этом месте, он хочет найти твое сердце, он хочет спасти тебя. И вот когда он нарисовал мне, я ждал долго, потому что это было начало недели, а он сказал мне прийти в субботу. И я ждал эти дни, я считал, хотя моя бригада целую неделю пила, и мне предлагали: ну выпей, что ты... Я говорю: я не буду пить, я не хочу. Что-то внутри делало со мной, что-то такое, какое-то чувство, которое я никогда не чувствовал, не понимал, оно что-то делало в моем сердце. И тогда я пошел в субботу, помню, пришел на то место, меня завели в церковь, знаете, как сегодня. Там было, может быть, меньше людей, мне сегодня, знаете, как-то боязно говорить на этом месте, я никогда не стоял перед такой аудиторией. Я проповедую, может, там, где есть 5 бабушек, 2 дедушки, мало, в таких местах, где деревни, там, где нету практически христиан, и Бог посылают туда, говорит: иди туда, там, где больные, где старенькие, которые средний возраст 70-80 лет, говорит: иди в тюрьму, однажды Бог послал в тюрьму, говорит: иди туда. Я говорю: Господи, ну что я им скажу, я не знаю, что им говорить. Говорит: иди, потому что однажды я поставил на твоем пути человека, который засвидетельствовал тебе о истине, и я спас твою душу. И вот когда я пришел в эту церковь, я почувствовал любовь Божию, я почувствовал, что Иисус стучится в мое сердце, говорит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Мой отец узнал, что я начал ходить в Дом Божий, ходить в Дом молитвы, и он тут же побежал в городе, там, в городе Пинске, был начальник КГБ, полковник Маркович, его лучший друг, они вместе начинали служить в органах МВД. Он прибежал к нему, говорит: послушай, мой сын пошел в какую-то секту, говорит, был пьяницей, говорит, какой-то совсем, говорит, был совсем пропащий, говорит, а сейчас пошел в секту, скажи мне, может ему еще хуже стать, может его туда не пускать.
И на тот момент Бог сказал через этого человека, начальника КГБ, он сказал, пускай идет, ему там плохо не сделают, ему будет там лучше. И он пришел ко мне, отец мой, и говорит, слушай, сын, он был немножко выпивший, если бы мне этот человек сказал, что туда не надо идти, я бы тебя никогда не пустил. А я говорю, папа, ты знаешь что, ты 27 лет проработал в милиции, в отрезвителе, и ты не смог уберечь своего сына от алкоголизма, ты не смог вылечить меня, ты не помог мне. Какими путями ты только не пробовал, так как же мог бы ты остановить меня, чтобы пойти к Иисусу? Как мог бы ты остановить, пойти к тому, который дал мне освобождение, который освободил меня, который исцелил меня, который дал мне освобождение, врач, который пришел ради меня на эту землю, тот, который распялся ради меня на Голгофском кресте? Как можешь ты остановить его, который сегодня ходит по всей земле, Дух Святой, который сегодня делает работу, ибо Иисус не изменился? И он сказал, да, сын. И сегодня мой отец, который когда-то кричал, и бывало, знаете, лез с кулаками драться на меня, я ему говорил, папа, тебя любит Иисус, папа, да благословит тебя Господь, а он сжимал кулак и говорит, сейчас я тебя благословлю своим благословением. И мне приходилось утекать, уезжать из дома, ходить по городу, знаете, я чувствовал какую-то стену против себя, хотя бы, казалось бы, ну что здесь плохого, человек покаялся, перестал пить, потому что Бог освободил, курить, делать беззаконные дела. И тут опять стена. А потом Бог начал делать. И на сегодняшний день отец меня провожает из дома и говорит, да благословит тебя Господь. Сегодня Господь делает над его душой свою работу. И Бог начал посылать такие места. И говорит, я буду посылать вас туда, где ваша нога не ступала. И сегодня я на таком же месте. Я не думал, что я сегодня попаду сюда. Но я знаю, что Иисус хотел, чтобы сегодня это свидетельство звучало для народа. Что сегодня многие сердца услышали это свидетельство. Потому что я верю, я знаю, что здесь есть такие люди, которые, может быть, сегодня уже отчаялись, не знают, кто бы им помог, как бы освободиться от этого, потому что есть много людей, и даже среди христиан, которые, может быть, попали в эти греховные темницы, как когда-то попал Петр в ту темницу, его заключили, чтобы убить, как когда-то Павел был заключен в темницу, но Бог освобождал, поколебал эти темницы, они выходили оттуда свободными. То сегодня Бог хочет освободить каждого на всем месте, Он хочет делать эту работу, и когда мы заходили в тюрьму, то мы шли туда во имя Господа Иисуса Христа. Там в Пинске есть тюрьма, она это свободное поселение, как называют химия. И Бог послал нас туда, договорились с начальником тюрьмы, он тоже мой друг моего отца, они тоже вместе служили, и он пропустил нас. Я знаю, что это Бог делал такое дело, и знаете, когда мы шли туда, то я сказал своим братьям, которые шли со мною туда на служение, я только покаялся совсем уже, ну, недавно, как христианин, я говорю, братья, не бойтесь, я с этими людьми лечился в наркологии, я знаю, как с ними разговаривать, нет проблем, сейчас мы им быстро их приведем к покаянию, они тут все покаятся. Вы знаете, когда я вышел на проповедь и начал говорить слово, то эти люди вдруг резко начали озлобляться, я увидел, что они прямо звереют, и если бы не было милиционеров, которые стояли с дубинками вдоль стен, то они бы разорвали меня, я испугался. Потом Господь сказал мне, ты пошел, ты понадеялся на свою плоть, ты понадеялся на человеков, а я хочу, чтобы ты надеялся на меня, чтобы ты уповал на меня и шел туда во имя мое. И в следующий раз я пошел туда во имя Господа, и Бог начал делать работу через людей, которые ходили туда и проповедовали. И сначала эти люди кричали, не хотели, чтобы туда ходили христиане, а уже через некоторое время эти же люди просили, приходите к нам. Почему вы так долго не приходите? И многие начали ходить в служение. Со всего города христиане сходились в эту тюрьму и проповедовали Слово Божие. Бог посылал своих делателей. Может быть, ты сегодня говоришь Господу, Господи, вот я, пошли меня. То сегодня Господь хочет тебя послать, приготовить и послать на то место. Но сделай шаг. Знаете, мы часто ждем и желаем, что ну вот Бог придет, возьмет меня за руку и поведет. Нет. Он хочет, чтобы ты сегодня сделал первый шаг. Иди туда, в тюрьму, иди в больницу, иди там, где нуждаются во спасении, нуждаются в исцелении, потому что Бог сегодня хочет это делать через тебя. И вот Бог показал свою славу. Там покаялся человек, который когда-то убил другого человека, убийца. И все эти милиционеры говорили на этого человека, нет, этому человеку не нужен Бог. Он конченый, вы ему не проповедуете, его в церковь не ведите. Но Бог показал свою славу, и он покаялся именно про того, которого даже не думали. А потом Бог явил свою славу, и этот начальник
начальник тюрьмы, который говорил, мне не надо, мне не рассказывайте, я все знаю, у меня тоже есть Библия, я тоже читаю, вы им рассказывайте, а я ничего, я не согрешаю. И этот начальник тюрьмы, майор Котельников, тоже покаялся и тоже принял Иисуса своим личным спасителем. Бог начал посылать в больницы, говорит, идите туда, где лежат больные, идите туда и говорите им о Иисусе, и Бог делает великую работу. Бог сегодня поднимает тех, у которых нету почек, у которых отказали почки. В одном селении одна сестра, у которой отказали почки, она уже лежала, умирала, потому что ей, когда переливали кровь, занесли гепатитную палочку. Может, кто-то знает, что это такое, цирроз печени, когда разрушается печень, плюс к тому и не работают почки. Два раза в неделю она ездит в город на искусственную почку, ей переливают кровь. И вот когда она уже отчаялась, сказала, Господи, я не хочу жить, я хочу выпить это снотворное, чтобы мне умереть. Потому что, смотри, Господи, вокруг меня столько людей. Они грешные люди, и ты их не поражаешь, а меня поразил. Она как бы начала роптать пред Господом, и Бог услышал ее, но не наказал ее, а послал людей туда, на то место, послал одну сестру, которую Бог исцелил от рака, рака крови, и послал туда, чтобы она засвидетельствовала этой сестре. И она пришла, говорит, есть живой Бог. Сегодня мы знаем, что есть живой Бог, мы все говорим. Но знаете, многие говорят, что Бог делал тогда чудеса. В дни апостолов, когда они ходили, проповедовали, и Бог исцелял, Бог освобождал. И Бог делал тогда, будет делать, когда будет пробуждение у нас на Белоруссии или на Украине. А сегодня мы все ждем. Нет, Бог не изменился. Может быть, мы изменились. Но Бог сегодня, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тоже. И Он поднял эту женщину, у которой отказали почки, на сегодня ходит и ездит по многим местам и проповедует, говорит, что Бог меня исцелил, слава Богу. Бог сегодня такой, Он освобождает наркоманов, алкоголиков. Бог сегодня дает прозрением слепым, потому что я был слеп, я был мертв, я был хром. Сегодня, может, многие из нас хромы, слепы, то сегодня Бог хочет делать свою работу. Знаете, есть место Писания, когда Иисус спускался с горы, и к Нему подошел прокаженный. Он говорит, к Иисусу обратился, я хочу, чтобы ты освободил меня. То есть я хочу, чтобы эта проказа сошла с моего тела. Он был прокаженный. Братья и сестры, со мной было то же самое. Когда я пришел в Церковь Божию, то последствия той жизни, которой я жил, у меня были много хронических болезней, и была одна неизлечимая. Что-то наподобие проказы. Это называется псориаз. Может, кто-то знает, может, кто-то слышал, может, кто-то сегодня болеет этой болезнью. Вот этот псориаз был на моей голове, на моих руках, и не было никакого исцеления, потому что врачи сказали, от этой болезни нету освобождения, нету исцеления. Тогда я пришел к Иисусу. Господи, я хочу, чтобы ты очистил меня. Иисус, я хочу, чтобы ты очистил меня. Может быть, ты сегодня нуждаешься в этом. То ты скажи ему, Иисус, я хочу, чтобы ты очистил меня. И он говорит, иди, очистись. Хочу, очистись. И этот человек очистился. Так и я пришел в церковь и попросил, помолитесь за меня. Я хочу, чтобы Бог очистил мою голову, потому что я уже не могу спать. Я не могу ходить. Я прихожу на молитвы, и у меня одна мысль, потому что у меня на голове струпья. Я деру голову, у меня до крови раздирал голову, и я нуждался в этом. И Бог положил свои руки, Бог исцелил, и Бог очистил, слава Богу. Вот такой сегодня Бог. Он сегодня говорит тебе, что сегодня слепые прозревают. Вспомните, когда Иоанн Креститель был в темнице, он находился в этой темнице, и знаете, к нему подкралось какое-то сомнение. Может, он засомневался на долю секунды, а может ли это тот, который пришел на эту землю, может, это не он. И он посылает своих учеников, говорит, идите спросите, ты ли тот, который должен прийти на эту землю, Христос? И они пришли и спросили, ты ли тот, наш учитель спрашивает. А он говорит, идите, скажите ему, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и нищие благовествуют, мертвые воскресают, и нищие благовествуют Евангелие Царствия. Сегодня я не имею золота, не имею серебра, но то, что имею, то Господь дает сегодня тебе. Во имя Иисуса Христа стань на ноги твои и ходи, потому что Он хочет, чтобы мы сегодня ходили, чтобы мы сегодня видели, чтобы мы сегодня слышали, ибо Бог не изменился. Он вовеки тот же сегодня хочет делать на этом месте эту работу. Давайте мы, дорогие братья и сестры, склонимся пред Господом в молитве, свои головы, свои сердца, и скажем Господу, как когда-то этот слепой, который сидел у дороги, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, может, ты сегодня нуждаешься, то ты скажи ему, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, або очи, аллилуйя, рамена рамана рамана регита рафладес, рамана рамана ремиди регоден, або очи, аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой, сила любви, благодати, аллилуйя, або очи,
Романа, 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 Нікельса! Романа, 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 Кельта, Гава, Гоча, Кута! Великий Бог! Отец Небесный, мы ныне славим Тебя, Боже наш, ибо Ты сегодня на этом месте собрал нас здесь, как птица птенцов под крылья свои. Ты собрал сегодня народ, чтобы мы сегодня молились, чтобы мы сегодня поклонялись Тебе в духе и истине, ибо таковых поклонников ищет себе Отец, которые бы поклонялись Ему в духе и истине, Ава Отче. Ты сегодня собрал нас на этом месте, чтобы сегодня делать великую работу по молитве народа Твоего, Господи, ибо когда-то, как Петр попал в ту темницу, народ прилежно молился о нем Богу, и Бог освободил его, то сегодня, Господи, Ты видишь те, которые не освобождены, Ты видишь те, которые нуждаются в спасении, те, которые нуждаются в любви Твоей, Господи, то сегодня по молитве народа Твою, Боже, Ты делай свою работу Духом Святым, Ты заходи в эти места, эти темницы, эти греховные темницы, Господи, заходи в эти сердца, Боже, и касайся Духом Святым, страхом Господним и любовью Твоею, освобождай сегодня, ибо Ты не изменился, Иисус. Ты сегодня, Ты вчера, сегодня и вовеки тоже силен делать эту великую работу в народе Твоем, Ава Отче, аллилуйя. Романа Рафара Бенаригита Рафладес, Иисус Равули Кремен Тафара Нарегетенс, Ава Отче. Лей-лей-лей-лей-лей, лей-лей-лей-лей-лей, Ава Отче. Сила любви, благодати, Дух Святой, Ава Отче, животворящий, наполняющий, наполни народ Твой силу Твою, ибо Ты сказал: все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, аллилуйя! Ты живой Бог, Ты воскрес, Ты жив, аллилуйя! Ава Отче, Романа Романа Регейсен, Романа Рафлана Романа Регейсен, Ава Отче, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Жив наш Господь и жива душа наша, свят Господь и свято имя Господне, мы не умрем, мы будем жить и возвещать дела Господни, Ава Отче. Жив наш Господь, аллилуйя, 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 Ава Отче, лей-лей-лей, лей-лей-лей, Ава Отче, Дух Святой. И сегодня, Господи, Ты делай работу в народе Твоем. Кого исцелить, Боже, исцели. Кого освободить, освободи, да будет воля Твоя, угодная, благая, совершенная, Господи. Ты хочешь делать работу, и мы сегодня, Боже, мы сегодня просим и умоляем Тебя, Отец Небесный, привлеки к Иисусу многие сердца и души, которые страждут, которые ищут, Господи, упираются в тупики, Господи, не находят того света, который Ты явил этому миру. Господи, Ты сегодня яви этот свет, пробуди многие сердца, и на всем месте, Господи, Ты знаешь, Боже, мы все отдаем Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Господь наш и Спаситель, ей гряди, Господи Иисусе. Аллилуйя Тебе, Бог наш, Ава Отче. Аллилуйя Богу Святому, Богу Живому, Богу Единому, Ава Отче. Аллилуйя, 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 Ава Отче. Лей-лей-лей, лей-лей-лей, Ава Отче, аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой, Крамана Рафладес, Ромина Рафладес. Ава Отче, чей фаран Торабана Гетера Сантес, аллилуйя. Боже наш, мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы верим, Господи, что сегодня по молитве народа Твоего, Господи, Ты сделал эту работу во многих сердцах. Может быть, для нас сегодня это не видно. Может, сегодня человеческим зрением, Боже, мы это не замечаем. Но, Господи, Ты это делаешь. И Ты это видишь, Господи. И это, Господи, Ты сделал сегодня в наших сердцах. Да будет, Господь, милость Твоя, благодать Твоя, любовь. Сегодня, Господи, многие сердца нуждаются в пробуждении, нуждаются в исцелении, освобождении. И сегодня многие сердца стоят и просят: Господи, вот я, Господи, пошли меня. То Ты сегодня приготовь народ Твой, приготовь делателей, и пошли на жатву, ибо жатва уже поспела. Но делателей мало сегодня, Господи, пошли. Господь, воспламени в Духе Святом сердца, ревностные сердца, чтобы сегодня шли и делали Твое дело, Господи. Да будет имя Тебе Твое прославлено, да будет имя Твое благословенное, а мы, как дети Твои, Твои, прославляем Тебя и возвеличиваем Бога Единого, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Земля, я здесь временный житель. Земля,
жить. Я уйду в ту святую обитель, о которой Господь не говорит. Так и знай, земля, так и знай, земля, я погибну вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я погибну вскоре тебя, земля. Земля, ты оставила Бога, земля, ты забыла Творца, земля, у твоего порога, грех и грех без конца. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скоро тебя, земля, так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Земля, ты святое учение, решила совсем позабыть. Земля, ты избрала мучение, о котором Господь говорит. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Бросить пучину, а новое небо и землю создать. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину тебя, земля. Все равно я покину тебя, земля. Слава Богу, дорогие братья и сестры, за ту милость, которую Господь являет для нас на этом месте. Вы знаете, для меня великая честь и привилегия сегодня быть здесь. Я вместе с моими братьями приехал с далекого Татарстана, это Россия. Мы проделали более 2000 километров для того, чтобы здесь побыть в церквях Западной Украины, чтобы здесь обновиться в Духе Святом, пребывать в молитвах и в общениях с народом Господним. И вы знаете, Господь, Он положил на мое сердце около 3 лет назад. Я очень давно хотел быть на этом месте. И вот эта прекрасная группа Авенезер там, в Татарстане, мы слушаем кассеты их, мы слушаем диски. Но сейчас я благодарен Господу,
Господу, что я могу услышать это живое пение, что я могу быть здесь вместе с народом Божьим. И Господь сегодня совершает свою работу на этом месте. Сегодня уста человеческие свидетельствуют о чудных делах Божьих, как Господь совершает победу за победой. Сегодня Дух Святой свидетельствует о славе Господней. И сегодня мы пришли сюда, и я верю, что никто из нас он не пожалел. Хотя может быть холодно, но в наших сердцах горит огонь Духа Святого. И, друзья дорогие, там, в Татарстане, Господь по милости своей, он также совершает свою работу. И я хочу сказать, что ваша земля, она есть благословенная земля, потому что эта земля родила, взрастила и послала многих сыновей на нивы Господни. И в нашем Татарстане также миссионеры с Ровенской области, ваши земляки, они посеяли эти семена Слова Божьего. И сегодня мы являемся теми людьми, которые уверовали по слову их. И Господь, он совершает чудное спасение в Татарстане. Сегодня брат рассказывал про мусульман. Я также с татарской семьи. И я благодарю Господа, друзья дорогие. Я никогда не жалел о том, что я познал Бога в своей жизни. И я благодарю Творца неба и земли, что я сегодня могу быть с Божьим на этом съездном служении здесь, вместе молиться и слушать это чудное слово Господне. И сегодня Господь, он приготовил стол благодати своей, как Дух Святой сегодня говорил, что ямина его открыта. Господь говорит, копайте рвы за рвами, и я наполню их водой. Господь говорит, слава Богу, друзья дорогие, братья и сестры. И сегодня Бог, он начал работу на этом месте, и он продолжит. И когда ты, дорогая душа, пойдешь с этого места, Господь будет продолжать трудиться в твоем и моем сердце. И я также хотел поделиться словом Господним. Это записано в Старом Завете, Ветхом Завете, книге Паральпоменон. Был такой царь Езекия, человек, на долю которого выпало много испытаний, человек, которому было суждено стать великим реформатором духовного состояния народа израильского. И вот этот человек, написано, воцарился. Он воцарился, и первое, что он стал делать, он взыскал лица Господнего, он стал производить реформы, он обратил сердца народа к Господу и призвал их к истинному поклонению. Почему? Ибо в то время было великое отступление, и люди, они поклонялись иным богам, они служили идолам, и они забыли того Бога, жизнью которому они обязаны. Господь говорит, что я жив, и потому вы, сыны и дочери мои, не уничтожились. И вот этот царь, он зашел на трон, и он сказал, соберите всех левитов, всех священников, всех, кто верит в Бога, и мы будем поклоняться Господу. И дальше он говорит, что ибо пали отцы наши, наши жены, наши дети, они отведены в плен. И вот это записано. Второе послание Паралипоменон. 29 глава. 10 стих. И теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего, дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И стал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И радовался Езекия, и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. И сегодня также мы собраны на этом месте. И сегодня мы стоим этими рядами, как тогда-то собрался народ, как один человек. Они пришли. Они пришли для того, чтобы взыскать лица Господнего. Они устали. Они устали от этого безбожия. Они устали от этих стенаний, от этого зла, от несправедливости и ненависти. Они устали. И они пошли. Они пошли не к человеку, но они пошли к Богу. И Езекия говорит, что братья мои, наши отцы пали, и дети наши отведены в плен. Нет этих стен, некому уже было кому защитить нас. И он говорит, что вот теперь на сердце моем заключить завет с Господом. Не будьте небрежны, ибо вас поставил Бог возжигателями курений. Ибо Бог вас
поставил в проломе за землю вашу, чтобы вы возносили эти молитвы, чтобы вы приближались к Господу не устами, но сердцем своим. И тогда Бог, Он произойдет великое и чудное, и тогда будут тесаться эти камни, и тогда Дух Святой будет действовать, это будет великой радостью в народе Господнем. Сегодня кто заставляет нас прийти сюда? Кто говорит, иди туда? Нас Дух Святой привлек на это место. Почему? Потому что огонь горит, потому что здесь я получу благословение Божие, и получив его, я понесу другому. И когда мы будем отправляться в нашу страну, в Россию, в Татарстан, мы понесем этот огонь, который Господь зажигает в наших сердцах. Знаете, братья и сестры, там, на нашей родине, люди готовы очень многое отдать для того, чтобы быть здесь. Они готовы очень многое отдать и пожертвовать для того, чтобы слышать и видеть то, что видите вы. И вот Езекия, он говорит, у меня на сердце. Бог коснулся его сердца, и он сказал, заключу завет с Богом. И он собрал священников и говорит, принесите жертвы за Иудею, за царство и за святилище. И сегодня Бог собрал здесь, чтобы мы вознесли эти жертвы хвалы, чтобы мы вознесли эти ходатайственные молитвы за нашу страну, за наше государство, за Украину, за этих людей, за прочий мир, чтобы мы молились за святилище, за священство, как нужно молиться сегодня за служителей, за тех, которые предстоят перед Богом, руки которых подняты к небесам, чтобы ходатайствовать за народ. Они так нуждаются в молитвах, они так нуждаются в поддержке. И дальше Езекия говорит, вознести жертву за царство, за церковь. Мы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И это милость Господня. И тогда написано, когда они стали это делать, они стали радоваться, они стали славить Бога. И написано, что весь народ, он благословлял имя Божие. И это сделалось внезапно. И это сделалось внезапно. Мы очень так часто молимся о пробуждении. Мы ревнуем о действии Духа Святого, о дарах Святого Духа. Мы так хотим, чтобы наши родные, наши близкие, они стояли рядом с нами. Чтобы сегодня не только сотни, но тысячи, тысячи, сотни тысяч людей, они были достигнуты Святым Евангелием. И Господь говорит, это сделается внезапно. Но народ, он готовился к этому. Они не знали, что будет, но они доверяли Господу. И сегодня Бог, видя эту веру и простоту в сердцах народа, он говорит, я сделаю это внезапно, это будет неожиданно, и это будет чудом в глазах многих и многих, и еще придут и скажут, помолитесь за меня, ибо с вами Господь. И я благодарю Бога, друзья дорогие, братья и сестры, что так же, как и там, в Татарстане, конечно, у нас нет таких больших связных служений, у нас нет таких обильных действий, даров Духа Святого, но мы молимся, мы ходатайствуем перед Богом. Я благодарю Бога за то, что здесь Господь, Он совершает великую работу. И вы знаете, приехав с России, даже очень сильно ощущается, вот это нет такого давления, вот этой вот, знаете, оккультный такой, когда дьявол, он давит, это потому что у нас там ислам. То есть вы можете выйти на улицу, мулла кричит по радио молитву. То есть это все люди ходят в мусульманских одеждах и так далее. И христианство, евангельские христиане. Конечно же, это не приветствуется. Но несмотря на это, несмотря на то, что, может быть, есть какие-то препятствия, непонимания, преграды и даже угрозы. Говорили, если вы покрестите, мы вас всех вырежем. Но Господь, Он разрушил все эти угрозы. Господь совершил свое спасение. И пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать для всех вас горячий христианский любящий привет со всех церквей Татарстана и всего Поволжья России. Пусть Бог благословит. Братья и сестры, давайте молитве обратимся к Господу. Помолимся, чтобы Господь, Он начал, и Он продолжит, и Он закончит. Господь, Он есть неутомимый труженик, Дух Святой. Как было сказано, проходит по рядам народа. Он есть сердцеведец. Давайте будем молиться. Слава Богу. Аллилуйя, Дух Святой. Слава Тебе, наш Владыка, о Господь. Ибо Ты собрал народ Твой, и Твой поток, он полон воды, Господь. И Ты изливаешь сегодня свои благословения, и Ты сегодня свой народ повел в эти долины, там, где падает Твоя роса, Господь. Там, где, Господь, Твое присутствие, и это чувствуют наши сердца. Слава Тебе, Господь. Я сегодня благодарю Тебя за то, что я могу быть вместе с моими братьями и сестрами, согреваться у этого огня, Духа Святого. Слава Тебе.
слава тебе за то, что ты действуешь, Господь. Ты говоришь к народу твоему, Ава Отче, ибо нет подобного тебе, Господь. И есть ли сила, которая могла бы преодолеть тебя, Скабаралаудис? О, Господь, благослови и совершай свою работу на всем месте, Господи. Ибо ты желаешь брать в удел, ибо ты желаешь обновлять, ты желаешь восстанавливать, Ава Отче. Ибо ты Бог отвечающий, ты созидающий, то, что разрушил враг, ты созидаешь, слава тебе. И мы благодарим тебя за эти чудные свидетельства о силе и славе твоей, за то, что ты совершаешь победу в этом мире, Господь. И сегодня ты ищешь тех людей, которые могли бы бросить вызов, Господь, которые могли бы встать в проломе. О, Господь, благослови, благослови, чтобы народ твой пребывал в единстве и в общении веры и духа, Господь, чтобы твой огонь, он не угасал, но чтобы Божий распространялся на многие-многие пределы, да прославится имя Твое. Аминь. Если пришла беда, то нам, скажите, поможет. Но через все года, видя я руку Божью, встань на колени, друг. Если скорбей так много, и ты познаешь суть, счастье в общении с Богом, мир не поймет тебя. Сердце больнее ранит, только Христос любя, руку к тебе протянет. Мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Христос любя, руку к тебе протянет. Или всю душу ему горести и страданий, даже кромешную тьму он превратит в сияние. Встань на колени, друг. Если скорбей так много, и ты познаешь суть, счастье в общении с Богом, мир не поймет тебя. Сердце больнее ранит, только Христос любя, руку к тебе протянет. Мир не поймет тебя, сердце больнее ранит, только Христос любя, руку к тебе протянет. Читаю два місця Слова Господнього. І перше місце, яке я бажаю прочитати, друга книга царів із 3 голови, із 15 вірша, і нижче такі слова.
А тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня рука. І він сказав, так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою, бо так сказав Господь, не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви та ваші череда та ваша худоба. Та буде цього мало в Господніх очах, і він видасть і Моава вашу руку, і ви поб'єте всяке укріплене місто, та всяке місто вибране, і всяке дерево повалите, і всі водні джерела загатите, і всяку добру полеву ділянку завалите камінням. І сталося ранком, коли приноситься хлібна жертва, аж ось полилася вода з Едемської дороги, і наповнилася земля водою. І друге місце читаю, Євангелія від Івана, 5 глава, такі слова. Після цього юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля брами Овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. І ще раз перечитую третій вірш. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Сестри і брати, Божа ласка і Божа милість, вона обновилася над нами сьогоднішнього дня. І Божа доброта, яка проявлена над нами, дозволила для нас в житті нашому сьогоднішнього дня зробити певну відстань. І я думаю, що в цій відстані шляху нашого, який ми звершили до цього місця, кожен із нас щось очікував. Кожен із нас очікував, як би пошвидше приїхати на це місце, як би пошвидше розпочалося це зібрання, як би пошвидше пролунали ці проповіді, проспівали пісні. Ми щось чекали. І це є притаманно людям очікувати в життю їхньому. І сьогодні, друзі дорогі, я знаю, ті, що вже очікували, і багато вже сьогодні ми отримали від нашого Господа Ісуса Христа. І це є милість Господня, це є ласка Божа, яка явилася для нас сьогоднішнього дня. Ну я хотів би зараз звернути нашу увагу на декілька століть, тисячоліть назад, щоб ми роздумали про положення людей, які знаходилися в определеному місці. Це написано, що це було в Єрусалимі. Це написано, що там була одна купальня, і в цій купальні знаходилося багато людей. І Біблія охарактеризовує їх, які вони були, з якими вадами вони були, що їм недоставало в їхньому житті, що вони очікували отримати. Чому? Тому що час від часу у цю купальню спускався ангел, він зворушував воду. І ось ці люди, які бачили, або ж які не могли бачити, можливо, чули, вони старалися зробити одну дію. Направитися якнайшвидше до цієї купальні, якнайшвидше до цієї води. Бо написано, хто перший улазив, той отримав оздоровлення від всякої хвороби. І ось час їхнього очікування. Я би хотів зосередити нашу увагу, дорогі браття і сестри. Вони очікують, але зауважте, очікували, вони не просто лежали і віддихали.
Вони не просто відбували якийсь час, але я вірю, що їхні очі, вони були направлені на воду. Я вірю, що їхні вуха, вони були направлені, чи немає шуму. Я вірю, що їхні м'язи, вони були сконцентровані на руках і на ногах для того, щоб коли побачать або почують, звершити певну відстань для того, щоб отримати. Я вірю, це, дорогі браті і сестри. І ось написано, що вони очікували. Вони очікували. І написано, я не зачитував про одного чоловіка, який, не знаючи, скільки часу, Біблія не описує, скільки часу він був в цій купальні, але одне відомо, що він 38 років мав хворобу. Мав хворобу. І цей час, який він проводив в цій купальні, неодноразово і, напевно, не одного разу або не одного разу в році, він багато разів в році, він робив цю роботу для того, щоб війти в цю воду. Але всякого часу було пізно. Хтось перший улазив, хтось швидше почув, хтось швидше побачив, хтось скоріше був спритніший, у когось була рутина, а він пізно, пізно, дорогі брати і сестри. І я хотів би зараз на цьому місці зупинитися і перейти ще далі. В старий заповіт написано, що свого часу три із царів, вони вийшли воювати, вийшли на війну. І ось цей час в дороги їхньої вони зауважили, що вони не мають води. Немає це, що в пустині дає життя, що в пустині продовжує бути дієспосібним. І особливо в цій справі, про яку вони вийшли робити, звершувати цю війну. І ось сталося, що немає, немає. І вони очікують і роздумують, що робити. Але прийшов, був приведений чоловік Божий, був приведений на це місце. І написано, коли прийшов гусляр, і гусляр зіграв на цій гуслі, написано, рука Господня була на Єлисею. І ось що каже Єлисей, копайте на цій долині яму за ямою. Копайте яму за ямою, бо не буде вітру і не буде дощу, але ці ями наповняться рови, наповняться водою. І ось народ копає, і ось військо копає, і ось військо, які копають, залишають, можливо, свою зброю, і йдуть і копають. Дорогі брати і сестри, але я хочу зауважити, викопали, і нічого немає. І я не знаю, про що вони думали, я не знаю, що відбувалося цієї ночі, але написано ранком. Написано ранком, дорогі брати і сестри, і я не знаю, про що вони роздумали цієї ночі. Можливо, кожен стояв біля тої ями, біля того рову, і дивиться, немає. А Єлисей говорив, а немає цього, не відбувається цього. Але написано ранком, ранком, по приносенню жертви написано, пішла вода із сторони дороги Моавської, пішла вода. Дорогі друзі, браття і сестри, очікували і отримували. Як часто в нашому житті ми очікуємо. Сьогодні були це багато свідчень про те, що очікували в своєму житті. І Господь являв свою милість. Сьогодні було зачитано про те, що очікував Ілія. Він ліг під одним кущем і вже очікує смерті. Вже нічого не хоче, він не краще інших, а чекає собі смерті. Друзі, дорогі, що очікуємо ми сьогодні на місці цьому? Що очікуєш ти, народе Божий, сьогодні на місці цьому? Можливо, ми очікуємо, що хтось прийде і щось принесе, і що зробить в нашому житті. Марне очікування, надія на людину, написано прокляття в Божих очах. Но є сьогодні живий Господь, який сьогодні бачить твоє і моє очікування. На що ти сьогодні очікуєш?
очікуєш, друже дорогий, який, можливо, перший раз, або, можливо, багато разів вже був на таких богослужіннях. Що очікуєш ти сьогодні, дорогі брати і сестро, що очікуємо ми сьогодні? Я пригадую собі, і це не історія, про яку я можу десь чути, а це те, що відбулося в моєму житті. Я пам'ятаю, як ми троє юнаків, ще молодиків, таких сильних у своїх силах, набагато молодших, чим зараз я віці. Це було років 15 тому назад. Ми зібралися троє і поїхали туди, в Узбекистан, Ферганську долину, Фергану. Для того, щоб зробити певну річ, ми повинні були щось придбати. І так сталося. Господь благословив, ми придбали. І ось назад ми вже верталися не літаком, а автомобілем. Ми направлялися на Україну, ми направлялися до своїх домів, ми направлялися до своїх дітей, ми направлялися до своїх жінок. Але наша дорога, вона проходила через Узбекистан, і, верніше, через Казахстан. І в цей час, ще коли злітали ракети на Байконурі, тоді, коли вони піднімалися із землі, на пустині звершувалася така дія, що сніг, який лежав, сквозняки вони піднімали, і всі дороги заметалися. Ми про це не знали, навіть в гадці не думали, що таке може бути. І ось ми направляємося по одній із доріг. Ми їдемо, один перемет ми передолали, їдемо далі, другий перемет, і в цьому переметі ми засіли, ми зупинилися наш автомобіль. І ось ми 5 годин або 6 годин даємо собі ради. Ми робимо, що можемо, відкопуємо, прибираємося, але нічого неможливо зробити. 18 градусів морозу, вітер дує, майже знімає тебе з ніг, кидає на землю. Ми нічого не можемо зробити. Наша машина вже більше не заводиться. І після 6 годин ми дивимося на руки одного із наших друзів, який знаходився, вони починають пухнути. І ми дивимося, як ці волдарі, вони починають набирати на його пальцях. Вдруг ноги починають боліти, і він ще не може піднятися. І я тоді кажу, давайте зайдемо в машину. Коли ми зайшли в машину, ми сіли в цю машину. І тоді я говорю до них, прийшов час, ми давали собі раду, як могли. Далі ми вже не можемо нічого зробити. Давайте будемо молитися. І ви знаєте, дорогі браті і сестри, це не була молитва зранком і вечором, який ми порою звершуємо. Це не була молитва, яку ми, можливо, звершуємо на наших зібраннях. Коли ми сіли, ми бачили, що смерть дивиться в наші очі і немає порятунку. Пустиня, найперше місто, яке було до нас, це є 40 кілометрів Актюбенс. І нікого немає з людей, хто би міг нам допомогти. І ось ми сидимо, і ми молимося, ми плачемо і вопиємо до Господа, дивлячись смерті в вічі. І ми кличемо до Господа, і не знаємо, що має бути, але плачемо і згадуємо про те, що вдома нас очікують, що так би хотілося бути в цій домашній обстановці, але не є можливо. І ми плачемо і скорбимо. Тоді закінчилася молитва. Я відкриваю двері автомобіля, хочу вийти на вулицю для того, щоб подивитися, що буде, що може ще дати собі якоїсь ради. Я дивлюся, напроти мене іде мужчина. Він іде, і тільки його одна команда, яку він мені сказав, садись в машину, і я все зроблю. Я сів в машину, і я закрив двері, і кажу моїм друзям, ось така команда була дана, ми сидимо, і знов нікого немає. Я знов відкриваю ці двері, і знов дивлюся, цей мужчина йде, він в руці свої несе таку вірьовку для того, щоб нас витягнути, а ззаді в нього їде машина, така велика, який ротор, вона в себе бере сніг і відкидає на сторону. Я хочу вийти з цієї машини, він каже, садись, і я все зроблю сам. І я знов сів цю машину, і він зачепив нашу машину до цієї великої машини, і нас витягнули з цього заносу. І коли вже витягли, певний шлях треба було звершити, щоб нашу машину знов завести. А це десь було до метрів 500-600. І так наша машина юзом йшла, аж доки завелася, я посигналив, і цей водій зупинився. Я знов виходжу із цієї машини, а дивлюся, цей мужчина, а він іде за нами, за нашою машиною, і каже, садись, і я все зробив.
сделаю, знов повторяє ці слова. Я знов сів машину, друзі, дорогі, тільки бачу його. Він підійшов до нашої машини, відчепив цей шнурок, відчепив від цієї грузової машини, щось поговорив, та машина поїхала. Я тільки відкрив двері, побачив його спину і сказав спасібо. Дорогі брати і сестри, по сьогоднішній день я не знаю, хто був цей чоловік. По сьогоднішній день я не знаю, хто його направив. Я не знаю, хто він був і чому він прийшов. Але я знаю, дорогі браті і сестри, до кого ми молилися. Я знаю, перед ким ми взивали. І той почув нашу молитву. Пустиня, немає рідних, близьких і знайомих, но є живий Господь. Алілуя! Скарамалауди спарамене. Дорогі брати і сестри, чого чекаєш ти сьогодні на місці цьому? Можливо, тобі тяжко і трудно. Ти стомився, ти змучився. Пустиня, немає виходу, но знає живий Господь, який сьогодні може прийти до тебе на тому місці, на якому ти стоїш. Я знаю, він сьогодні вислуховує, він сьогодні дає милість і він сьогодні дає ласку свою. Сьогодні були зачитані одні слова, який сказав пророк Ілля, і моєї душі шукають. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, у час, який ми живемо, ми не знаємо, що буде завтрашнього дня, але я хочу сказати, дорогі брати і сестри, про твою душу шукає ворог душ людських. Він сьогодні чихає, він сьогодні хоче, як би уловити тебе, як би спіймати тебе. Сьогодні падає ти з тоби, сьогодні немає з нами ти, які свого часу стояли і проповідували. Бо чому? Бо сталося падіння, бо сталася руйнація. Це ще раз нам говорить про те, як потрібно нам пильнувати у дорогах нашого життя. Жив Господь і жива душа наша. Якщо сьогодні ти чекаєш змилування, якщо сьогодні ти чекаєш порятунку, живий Господь, він підійде до тебе. Він звершить цю роботу, він звершить цю дію, але не стій просто так. Копай, можливо, щось потрібно в твоєму серці зробити. Скажи живому Богу, проклич його і визнай ім'я його, що ти сьогодні не так поступаєш, не так робиш, не так думаєш, як цих очі людей і уха їхні були нахилені до цієї води. Я хочу сьогодні спитатися, молодь дорога, де наші очі сьогодні, молодь дорога, де наші руки сьогодні, де наші уха сьогодні, у чому ми пробуваємо, у чому ми поступаємо і як ми живемо у днів нашого життя. А сьогодні на місці цьому є живий Господь. А сьогодні зворушення води, воно діє, а Дух Святий торкається, а благодать сьогодні діє. Мамо дорога, можливо, багато років ти вже чекала тої хвилини, коли ще помолюся, коли ще прикличу ім'я Господнє. Я не знаю, що думав Корнилій, але він одну роботу робив. Він молився і написано, милостиню подавав. І прийшов час, він побачив ангела, і він почув звістку, яка була йому сказана, Корнилію, молитви твої і милостиня прийшли перед лице Отця Небесного. А Отче, крамена скарамалауде, жив Господь, прийде твоя молитва, прийде відповідь від Господа, бо він сьогодні є на місці цьому, живий Господь. Дорогий тато, дорога мамо, який сьогодні плачеш і скорбиш, ти дивишся, як діти твої сьогодні відходять від Господа, а можливо умертвлення в їхньому житті, і ти думаєш, від кого порятунок? Жив Господь. А Отче, направ свої очі, направ свої уха, направ всі свої зусилля до того, який може зробити більше, чим робить людина. І як важно сьогодні чекати милості від Господа, а він прийде як цей пізній дощ, а він прийде.
горя, як ця утіха, як ця розрада, як ця поміч, як ця укріплення. Він прийде, алілуя, а вочче, алілуя, жив Господь. Скарамалауде спара мене, як важно сьогодні, дорогі брати і сестри, не стояти просто так, як важно сьогодні не дивитися просто так, але кликати, копай сьогодні, брате, копай сьогодні, сестро, не буде дощу, не буде вітру, але буде вода від Бога живого у твоєму житті, запасешся ти і будеш мати дати для дітей своїх, для рідних своїх, для співробітників своїх, бо це не вода, яка на цій землі, але це вода від живого Бога, яка протікає сьогодні на місці цьому. Поток його є повний, нахиляйся, друже дорогий, не думай чекати, будуть кращі часи. Дух Святий каже, що не буде кращих часів, і як важно сьогодні робити цей запас. Господь пройде своєю дією благодаті Духа Святого, ще буде останній призив, але що буде з тобою, що буде зі мною, і як важно сьогодні зрозуміти час сьогодні, і ранком сталося, і сьогодні, друже дорогий, станеться, я вірю, станеться, це говорить Дух Святий, амінь. Скарамалауде спара мене, і як важно сьогодні зрозуміти, ми станемо на свої ноги, хто сидить, будемо зараз молитися, а я сьогодні закликаю, можливо, ти, дорогий друже, який є на місці цьому, ти не відчуваєш дії Духа Святого у своєму серці, у своїй душі, ти мав цю воду, ти мав це життя, ти відчував, як Дух Святий робить роботу у твоєму серці, а сьогодні немає, чого чекаєш, біжи до Ісуса, Він є на місці цьому, а волоче, скарамалауде спара мене, алілуя, алілуя, хто можливо бажає покаятися, хто можливо бажає обновлення, ви можете прийти сюди, допереду, ми будемо молитися, ми будемо прикликати ім'я живого Бога, нелегко ваш сьогодні, дорогі брати і сестро, є милість Господа, є ласка в Господа, є живий Господь, який сьогодні на місці цьому, нелегко вас сьогодні, іди допереду, іди сюди, над тобою помолиться народ, над тобою помолиться сьогодні церква Христова, прикличе ім'я живого Бога, і ти побачиш переміну, ти чекав, ти чекала, і ось він на місці цьому, а в Боже, крамалауде спара мене, алілуя, алілуя, скарамалауде спара мене, алілуя, алілуя, хто бажає примиритися з Господом, хто бажає обновлення, сьогодні на місці є живий Господь, не лиховай сьогодні, брати і сестро, не лиховай сьогодні, друже дорогий, який є на місці цьому, біжи до Ісуса, Він чекає тебе, як цей батько чекав блудного сина, коли він прийде, і настав час, він побачив, нехай сьогодні возрадується небо, нехай сьогодні ангели воспівають і прославлять ім'я живого Бога за те, що сьогодні на місці цьому звершиться у твоїй душі, алілуя, а воче, є час сьогодні, на тебе чекає Господь, є час сьогодні, тебе чекає Ісус, є час сьогодні, тебе чекає Господь, Він твій творець, але Він чекає, Він виглядає, коли підійде моя точка, Він виглядає, коли підійде мій син, де ти сьогодні, на місці цьому є живий Господь, алілуя, алілуя, ось ідуще, заходять ті, які хочуть отримати від Господа, сам Господь знає, що вони чекають, алілуя, а воче, не чекай другого моменту, но біжи до Ісуса, дорогі брати і сестро, друже, дорогий, не думай собі, щось буде краще, щось буде ліпше, іди до Ісуса, сьогодні Він є на місці цьому, а воче, коли ти чуєш і відчуваєш, і Він торкається твого серця, то не людина, то живий Господь, алілуя, Він очікує тебе, Він чекає тебе, коли підійде моя дочка, коли підійде мій син, а воче, романте скроміне клауде, алілуя, друже дорогий. Молимся, брати, сестри, хай Дух Святий працює.
Я думаю, ви звернули увагу, що сьогодні Господь казав, що прощення грішним буде, чуєте? Господь хоче тебе звільнити, може ти стомився, давно знеміг уже до краю, чуєш? Лежиш ти, може, при дорозі, як той сліпий просив милостині, так ти чекаєш, коли хто жалиться. А сьогодні є той, який протяг свої святі руки на хресті і сказав, звершилося, чує, звершено спасіння для тебе. Алілуя, молимося, брати, сестри. Хто сьогодні бажає, щоб Господь простив його, помилував? Піднімайте руки. Ми всі молимося, схилили голови. Хто бажає, щоб Бог простив і помилував? Підніміть руки, підніміть вище. Хто чекає милості у Господа? Піднімайте руки. Господь сьогодні хоче простити. І підходьте сюди ближче всі. Підходьте ближче всі, ви молитесь. Всі, хто підняли руки, ставайте сюди ближче. Іде молитва. Ідіть у ту купальню. Чуєте, брати, сестри? Ця хмара сьогодні ще стоїть на цьому місці. Є той, який має 5 ран. Ава Отче, той, який прийшов зціляти, той, який прийшов милувати. І чуєш, він сьогодні прийшов зцілити твою душу. Алілуя, алілуя, слава Ісусу. Молимося, брати, сестри. Всі, хто підняли руки, ставайте ще ближче. Підходьте вперед. Іде молитва, чуєте, йдіть ту купальню, щоб сьогодні вас зцілив вашу душу, Господь, і ваше тіло. Алілуя, слава Ісусу. Прийшов час обновлення, може ти стомився, не маєш сили, лежиш. Чуєш, лежиш ти духовно, і сьогодні не можеш стати. Господь каже, вставай, ходи сюди, за тебе молиться сьогодні народ. Пускайте ближче, підходьте ще ближче. Алілуя, на тобі тяготить якийсь гріх, ти чуєш камінь, не маєш волі. Іди, поки сьогодні кличе тебе Господь. Це ще раз сьогодні він звертається до тебе. Чуєш, хоче ісцілити і душу, і тіло. Алілуя, слава Ісусу, слава Ісусу. Тут є багато вже їх, тих, які прийшли отримати волю. Може ти в клітці, чуєш, в клітці ти не маєш ти сьогодні спокою. Іди, поки є час, дарований Богом тобі. Молимося, іде щира молитва, брати, сестри. Дух Святий звершує працю. Якщо ти хочеш стати іншою людиною, іди сюди, вперед. Іди до тієї живої води, про яку сьогодні так багато говорилося. Ава Отче, Дух Святий звершує ту працю. А ми молимося, брати, сестри. Ми молимося. Дух Святий проводить свою працю. Підходьте. Ваш крок сміливий, ідіть вперед, це ще раз, коли ви ступите, побачите, Господь вас сьогодні звільнить від того тягару. Алілуя, молимося, проходьте тільки вперед, сюди вперед, брати, сестри, визнайте сьогодні Ісуса своїм Господом, ставайте вперед, поки вас кличе Господь. А ми молимося, брати, сестри, люди підходять, а Дух Святий працює. Чуєш, свої святі руки повні милосердя до тебе ще раз протягнув сьогодні Господь. Відгукнися на його заклик. Алілуя, алілуя, не стій осторонь, не стій, не дивися, що то. Може це останній час для тебе, чи ж може останній раз, може останній день для тебе. І завтра такої можливості не буде. А сьогодні Господь каже, прийди до мене, я дам спокій. Сестри, брати, молимося під час молитви. Ще хто бажає отримати волю, можете пройти. Тут багато вже стоїть людей. Підніміть всі руки, хто пройшли вперед. Підніміть руки. Всі, хто пройшли сюди вперед, підніміть руки. А ми молимося за них, брати, сестри. Тут прийшла така цікава записка, і я її всю не буду читати, бо то часу займе. Але я прочитаю тільки кінцівку. З любов'ю до всієї церкви Христової, сестра Люда. Також подяка Господу за численне зцілення. 11 липня, це тут на служінні, Господь оздоровив мене на служінні в збуж. 29 серпня оздоровив сина мого. І зараз постійно бачимо руку Господню в своєму домі. Є та сестра, яка писала цю записку? Є, ось вона тут підняла руку. Вона хоче, написала, щоб подякували Богу за те, що Бог явив таку велику милість. Ходи сюди. Служінням мене була температура 39 з лишнім і не спадала. Я молилася, Господі, я завжди бачу руку твою, завжди ти мене зціляв не раз і не два. Ось 4 роки, як я вже віруюча, і завжди Господь являв милість. Діти, в мене 4 дітей хворіли, і тільки помолимося, завжди кажу, Господі, я знаю, що без волі твоєї нічого не стається, ну що таке? І я думаю, ну що робити? Почула, що служіння тут. Кажу, Господі, ти сильний був мене.
спасти, від моїх гріхів освободити. Ти сильний мене ісцеляти. І Господь оздоровив мене. Слава Господу! Слава. Сина мого також були аденоїди, мали, готували до операції перед школою. Ми приїхали також. Господь оздоровив його. Я дякую сьогодні Господу. І Бог благословить.